Нам шестам манамапи сати путра мантра сурупам рупам тасуджатам урпурим матурим гоштаватим Радха кундам гириварамахо радика мадавасья Ванчакарпатирвьясча крипасиндвьевача патитам паванебьо вайшнавебьо намо намаха Си Кришна Чайтанья Прабхунитьянанда Свиадвайта Гададха Шивасади Гаурабхакта Ванда Канака Жаладагатро Нила Сунабда Нитро Мригу Мало Малати Мало Малати Кунда Мало Таврана Таврана Бешо Нила Питамбарешо Смадана Бритина Кунже Радика Кришна Чандо Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рамо, Харе Рамо, Рамо Рамо, Харе Харе. So first of all, I offer pranam to our Gurudev, our Vishnupad Vidandi Swami Sadaktivedanta Narayan Gosvami Maharaj. В первую очередь я предлагаю пранам и к поклону моему Гурудеву, вам Вишнупад Виданди Свами, Шишри Мадбхактивиданте Нараяне Госвами Махараджу. Also, Rupanuga Guru Varga, all devotees. А также все наши Рупануга Гуру Варги, всем преданным. And to the lotus feet of Sri Ramanuja Chari. А также лотос мостопам Шри Рамануджа Ачари. Today is a special day. Сегодня особенный день. Okay. Many new people. Много новых людей пришло. So maybe they've not heard anything about Vedic history, Vedic teaching. Возможно, вы не слышали ничего о ведической истории, ведическом знании. But life of Ramanuja gave both philosophy also some teachings. Но Рамануджа давал и то и другое, и философию, и учение. In this world is in Bhagavad Gita, Arjuna asked the question. Bhagavad Gita Arjuna спрашивает вопрос. Two type of transcendentalists. Есть два типа трансценденталистов. Those who think Supreme Lord is formless. Те, кто думают, что Верховный Господь бесформенен. You know that verse? One. I forgot which chapter also. Two type of transcendentalists. Those who think God is formless. То есть есть два вида духовных людей. Первые — те, которые думают, что у Бога нет формы, нет тела. Just like a consciousness. Как, например, просто сознание. An energy. Или энергия. He exists, but he's invisible. Он существует, но он невидим. Therefore, most people believe in this idea. И в основном люди верят вот в эту идею. Like you go to any church, any synagogue, any mosque, no picture of God. Если вы придете в любую церковь, синагогу или мечеть, то там не будет изображения Бога. Because they are convinced God is formless. Потому что они убеждены, что у Бога нет формы. He is all pervading. Он вездесущий. So how can he exist in one place? И как же он может тогда пребывать в каком-то одном месте? That will be limiting him. Это же ограничит его. They think like this. Они думают вот так. So we call them the impersonalists. И мы зовем их имперсоналистами. But also have many other names. Но есть также много других названий. Майявади. Майявади. Адвайтавади. Адвайтавади. Ниргун упасакс. Many. Ниргуна упасаки и так далее. And there is another type of transcendentalists who believe Supreme Lord has an eternal, all-attractive form. Есть еще один вид трансценденталистов, которые верят, что нет, у Господа есть верховная, вечная форма. He is the supreme person. И он верховная личность. God is a person. Господь это личность. Not just a light or a consciousness. Просто свет или сознание. All attractive supreme personalities. Все привлекающая верховная личность. So these two schools of thought always battle. И вот эти две школы мысли, они все время сражаются. And two of them are directly opposite. И две из них абсолютно противоположны. So the belief, the impersonalists, they are called Advaitavadis. Имперсоналистов называют Адвайтавади. Advaita means non-dual. Адвайта означает недвойственный. Nothing is separate from that supreme truth. Они верят, что ничто не отделимо от этой верховной истины. No, they say. Hey, don't open too much, it's cold. No? Слишком не открывайте, пожалуйста. I'm not Russian, I feel cold. Я не русский, мне холодно.
Brahma Satyam Jagat Nityam Brahma Jiva Jiva Brahma Eva Napara. Shankaracharya wrote. Shankaracharya написал. He's like the leader of the impersonalists. Он Shankaracharya — это лидер имперсоналистов. He said, no need of studying so much philosophy. Он говорит, не надо много изучать философию. He said, I give you the essence of all teachings in just one line. Я даю вам суть всех учений в одной строчке. The absolute truth has no name, form, qualities or pastimes. У абсолютной истины нет ни имени, ни качеств, ни образа, ни игр. That is the only truth. И это единственная истина. And this world, what you see, that is false imagination. А то, что вы видите в этом мире, это ложно, это воображение. And who is the soul? А кто есть душа? There is no such thing as individual soul. Нет такой вещи, как индивидуальная душа. There is only one all-pervading truth. Nothing is separate. Есть только единая, всепроникающая истина, и больше ничего нет. In simple language, everything is God. Проще говоря, все есть Бог. I'm God, you are God, everything is. Я Бог, ты Бог, все Бог. No. And if you think anything separate, that is illusion. Если вы думаете, что что-то отдельно от Бога, то это иллюзия. So, this philosophy too much captures people's imaginations. И эта философия очень сильно занимает ум людей. Very good, I'm God. О, отлично, я же Бог. No need to bow, no need to fear. Не нужно ни перед кем склоняться, не нужно никого бояться. They chant the mantras like Tattvamasi, you are that. И они повторяют мантру Tattvamasi, ты есть то. Sarvakalpavidam Brahma. There is nothing else except all pervading Brahma. Нет ничего, кроме всепроникающего Брахмы. Прагьянам Брахма. Брахма means truth, consciousness. Брахма означает истина или сознание. Again and again they speak these ideas. Снова и снова они провозглашают эти идеи. Please don't look at phones for one hour. Пожалуйста, на один часик не смотрите в телефоны. Товарищ. One hour, just try to hear. Просто один час постарайтесь послушать. Of course, this idea is completely opposed to devotion. И, конечно же, эта идея абсолютно противоположна преданности. And this idea has many problems, many И thoughts. У этой идеи много проблем. If there is only one existing reality called Brahma, если есть только одна существующая реальность, которую называют Брахма, then where did illusion come from? То откуда же изошла иллюзия? Immediately there's two, not one. То есть немедленно возникают уже две субстанции, не одна. And if Brahma is all pervading and true, если Брахма, он всепроникающий и истин, then how can you say this world is false? То как же вы можете говорить, что этот мир ложен? If this is Brahma, если это Брахма, Brahma pervades everything. Ведь он повсюду, он во всем содержится. The next second, how can you say it's false? That is not logical. В следующую секунду, как вы можете сказать, что это иллюзия? Это нелогично. So where did illusion come from? Откуда же пришла иллюзия? So therefore, they give many, many different philosophies try to explain this. И вот есть множество философий, которые пытаются объяснить эти противоречия. Or they give the idea of reflection. Или они дают идею об отражении. When the absolute truth reflects in this world, that is an individual soul. Когда абсолютная истина отражается в этом мире, то это индивидуальная душа. The problem comes. Но if the absolute truth is all-pervading, where does it reflect to? Если абсолютная истина, она всепроникающая, то в чем она отражается? What it reflects out of? А что за пределами этого отражения? Again, comes, no, there must be two. Из чего оно сделано? То есть снова приходит два, и непонятно. Also, we have direct experience. This world is true. We have direct experience. И также у нас есть прямой опыт о том, что этот мир существует, он истинный. If I give Singhagriva a slap, will he think it's illusionary? Если я хорошенько ударю Сингхагриву, будет ли он считать, что это ложно? He'll feel. Нет, он почувствует. This is very real. Это очень реально. So we also have direct experience that this world is real and true. Прямое видение, прямой опыт о том, что этот мир правда. So the idea of reflection, that is impossible. Поэтому идея об отражении, она тоже невозможна. Another point, but reflection is always opposite. Еще один момент, это то, что отражение всегда противоположно источнику. If you look at a reflection, you do like this, and the reflection, it seems the other hand is doing. Если вы посмотрите в зеркало и почешете с одной стороны, в зеркале вы будете чесаться с другой стороны. That is not real, that is not our experience.
И это не соответствует нашему опыту. So they give another philosophy, Vivarta, Vivarta. И вот они изобретают еще одну философию, которая называется Виварта. Like transformation. Трансформация. Like you see a rope on the ground. Как, например, вы видите веревку на земле. Maybe the light is not so good. Может быть, освещение не очень хорошее. Oh, it's a snake, it's a snake. И вы говорите, о, это змея. So they give this philosophy. И вот они дают такую философию, Виварта. The Jew, the absolute truth, mistakes himself and thinks I exist, I'm an individual. То есть абсолютная истина, она по ошибке считает себя индивидуальной душой, она принимает себя за индивидуальную душу. But the problem is a rope exists, but a snake also exists. Но проблема в том, что существует и веревка, и змея. So the mistake is thinking one is the other. Ошибкой будет считать, принимать одно за другое. So anyway, a snake is one thing and a rope is another thing. Так или иначе. Змея — это одно, а веревка — это другое. Есть и то, и другое. There's also someone making a mistake. Есть кто-то, кто ошибается. So come three. То есть есть трое уже. So this all logic and argument. Это все логика и аргумент. This all philosophy is based on logic and argument. И вся эта философия, она основывается на логике и измышлениях. Why? They say, because they're using material experience. Почему? Потому что они используют материальный опыт. In this world, all form has a cause. В этом мире у каждой формы есть причина. My stick, my hat, made in Russia. Вот эта палка, вот эта шапка, которая сделана в России. This stick came вот from эта Malaysia. Палка, она из Малайзии. Big bag came from India. Мешочек для шоток из Индии. Everything has a cause. То есть у всего есть причина, источник. So, they think God has no cause. Они думают, что у Бога нет причины. So, using material intelligence, they think, well, God must be formless. И, используя материальную логику, они говорят, что значит, у Бога нет формы. All form is temporary. Потому что все формы временны. God is not temporary. А Господь не временен. So God must be formless. Значит, Господь не имеет формы. All material things have beginning, middle and end. У всех материальных вещей есть начало, середина и конец. Supreme Lord has no beginning, middle or end. Но у Верховного Господа нет ни начала, ни середины, ни конца. So using material intelligence, they come to the conclusion. Используя материальную логику, они приходят к заключению, что, God is formless. Что у Бога нет образа формы тела. But if you think deeply, this is one type of atheism. Но если глубоко задуматься, то это один из видов атеизма. What's your name, madam? Как вас зовут? Карина. Карина. Imagine I said Karina exists. Представьте, я скажу, Карина существует. But she has no arms, no legs. Но у нее нет ни рук, ни ног. No eyes, no nose, no ears. Ни глаз, ни носа, ни ушей. But she exists, but she cannot speak, cannot do anything. Она существует, но она не может ни говорить, ничего делать она не может. Is it like one type of insult? Это один из видов оскорблений на самом деле. It's a polite way of saying you don't exist. То есть это еще один способ сказать, что вы не существуете на самом деле. So saying there is a God, but he has no form, no qualities. То есть они говорят, что Бог есть, но у него нет ни формы, ни качеств. He has no ears, so don't bother praying to him. У него нет ушей, поэтому не парьтесь, не молитесь ему. He has no compassion, no qualities. У него нет сострадания, у него нет качеств. No need worrying about him too much. Поэтому не нужно слишком о нем беспокоиться. So you cannot say I believe in God at the same time deny His personal existence. То есть невозможно говорить, что я верю в Бога, но в то же время отрицать Его существование. Okay. So this impersonalism is one type of atheism. Поэтому имперсонализм — это один из видов атеизма. So this ghost of impersonalism we should very strongly put out. И вот это привидение имперсонализма мы должны очень сильно отвергнуть. Okay, now we want to read a little Bhagavad Gita. Сейчас мы хотим почитать немного Бхагавад Гиту. You can read in Russian. Читать на русском. It's Arjuna directly asked. Arjuna asked 16 questions in Bhagavad Gita. Arjuna спрашивает Кришну 16 вопросов в Бхагавад Гите. Does God have form or no form? Например, есть у Бога форма или нет? Which is superior? И что является более возвышенным? But just give him that. Глава 12. Бхакти-йога. Йога чистого преданного служения. Текст 1. Санскрит. Санскрит. Окей. Арджуна увача. Имам сататайуттае. Бхактаствам парлюпасате. Ичат акшарам авьяктам.
Кешанки йога веттамаха. Арджуна сказал, обращаясь к Кришне, как ты уже объяснил прежде, есть преданные души, наделенные ништхой, то есть твердой верой, и неизменно поклоняющиеся тебе в образе Шьямасундары, темного темноликого Кришны, очень изящного, красивого. Его зовут Шьямасундара. А есть те, кто превозносит твой безличный аспект, кто же из них более продвинут в знании йоги? Просто читайте стих. Текст второй. Шри Бхагаван Увача, май авиша манулинам, ситхи юкта упасате, шадхая парьотитасте, ме юкта тамо матаха. Шри Бхагаван сказал, Верховный Господь, те йоги, чья вера трансцендентна, то есть свободна от затягивающего влияния трех гун материальной природы, и которые неизменно поклоняются мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем образе Шьямасундары, лучшие среди всех знатоков науки йоги. Таково мое мнение. Текст 3 и 4. Вет акшарам анирдешям авьяктам парьюпасате сарватрагам ачинтям ча кутастам ачалам друвам саньям индриаграмам сарватрасам абуддхая те прапнуванти мам эва сарвабута хитератаха. Но те, кто поклоняются моей неописуемой, непроявленной, вездесущей, непостижимой, неизменной, вечной и безличной Брахма-сварупе, и при этом держат в узде чувства, всегда обладают единым видением и действуют на благо всех живых существ, также достигают меня. Текст пятый. Просто он это. Такой важный. Кришодхика тарастешам авьякта сактачетасам авьякта хикатир туккам дихавадхир авапьяте. Те, чей ум устремлен к безличному аспекту Всевышнего, испытывают великие трудности, ибо душе, отождествляющей себя с материальным телом, трудно утвердиться в чем-то непроявленном. Okay, understand? So Krishna clearly says those who accept my personal, all attractive Shyamasundara form and always worship me, they are superior in yoga. То есть Кришна очень ясно говорит, что те, кто поклоняются моей всепривлекающей вечной форме Шьямасундара, они превосходны йоги, которые превосходят остальных. Understand what's her name? Карина. Understand, Kalina? Very simple. God has an eternal attractive form. Очень просто. У Бога есть вечная, всепривлекающая форма. Devotion to that personal form is superior. И преданность этой форме, она превосходит все остальное. Many people try to give commentary on Bhagavad Gita. Многие люди пытаются писать комментарии на Бхагавад Гиту. No, the impersonal is the ultimate aspect. Они говорят, нет, имперсонализм – это высший аспект. But Krishna is saying the complete opposite. Но Кришна здесь сам говорит полную противоположность этому. So, this fight going on a long time. И вот это сражение, эти споры, они уже давным-давно длятся. A fortunate person can have faith in the eternal form of the Supreme Personality. И удачливый человек, он разовьет веру в вечную форму Верховного Господа. So why we are talking about this? Почему мы сейчас об этом говорим? So now is Kali Yuga. Сейчас идет Кали Юга. The symptom of this age is irreligion. Признак этого века, этой эпохи, это безбожие. Atheism. Атеизм. People always bewildered. Люди в замешательстве. Demonic. Они демоничны.
attached to nonsense activities. Они привязаны к глупой деятельности. Short lifespan. У них короткая жизнь. Hey, this girl, come here. Иди сюда. Пожалуйста. Sit here. Иди сюда. Хорошо, я даю. Jumping like a monkey the whole hour. Sit here. What's her name again? Сиди. Okay. 1 hour you're gonna sit there. Один часик посиди здесь, хорошо? Ready? Готова? Because you came to lecture. Huh? Потому что ты пришла на лекцию. Okay. Otherwise you'll end up like your brothers, jumping like monkeys. Иначе вырастешь как твои братья, будешь прыгать как обезьянка. So, this age is very degraded, very low class. Эта эпоха очень деградированная, очень низкого класса. Right? Everyone has short lifespan. У всех очень короткая жизнь. No memory. Нет памяти. Cannot control mind or senses. Не могут не контролировать ни ум, ни чувства. So many diseases. Очень много болезней. For no reason people fight. И без всякой причины люди сражаются. Especially so-called spiritualists. И в особенности так называемые спиритуалисты. All attached to money and women. Те, кто привязаны к женщинам и деньгам. So this is called the Iron Age, the age of quarrel and hypocrisy. Эту эпоху называют Железный век. Это век вражды и лицемерия. Even people say, I follow religion. People say, I follow. Люди даже говорят, да, я следую религии. I'm Russian Orthodox. Я русский православный. I'm Buddhist. Я буддист. People say. Люди говорят. But actually, look at their life. They not follow one word, no one. They not follow one principle. На их жизнь, то видно, что они не следуют ни одному принципу этих религий. One woman last night said, I'm Buddhist. Одна женщина сказала вчера вечером, я буддистка. Are you vegetarian? She goes, oh, no. А вегетарианка? Нет. The main principle of Buddhism is non-violence. Но самый главный принцип буддизма – это не насилие. So Kali-Yuga is like this. И вот Кали-Юга – это вот это. Very bewildering age, very bewildering. Очень век, который вводит всех в замешательство. No honesty, no truthfulness. Нет честности, правдивости. No cleanliness, no нет mercy. Чистоты, нет милости. No truth, nothing. Нет правдивости, ничего. People just cheating each other just to fill the stomach. Люди обманывают друг друга просто чтобы набить желудок. Some sex life, growing up children. This is the goal. Просто занимаются сексуальной жизнью, растят детей. Pretty much 90%, 99% of the population like animals. 99% населения живут как животные. So. People naturally inclined to irreligion. То есть естественным образом люди склонны к безбожию. Even they read scripture, they cannot understand the real meaning. И даже если они читают священные тексты, они не понимают истинного значения. So sometimes Vedas recommend animal sacrifice. И иногда Веды рекомендуют животное жертвоприношение. But that is not in this age. Но это не для этой эпохи. They would sacrifice the animals, and the brahmanas would chant mantras. The animals would come to life again. Когда раньше приносили в жертву животное, то после того, как брахманы произнесли мантру, это животное снова оживало в новом теле. Understand? Понимаешь? Easy, right? Очень легко. So, but now people have no power to bring animals to life. Но сейчас у людей уже нет силы возвращать животных к жизни. Like Judaism. Как, например, иудеи. Ислам. Even Christianity. These are blood religions. Это все. In Judaism, by sacrificing the animal, you become free from sin. Например, в иудаизме считается, что принося животное в жертву, вы освобождаетесь от греха. Judaism, Islam have this. В иудаизме, в исламе есть это. And Christianity also. И в христианстве тоже. They believe cannot sacrifice an animal, so God sent His Son, we sacrifice Him. Они верят, что хорошо, невозможно, нельзя приносить животное в жертву, поэтому Господь Он прислал своего сына, и мы в жертву принесли его. This is quite ridiculous idea. На самом деле это достаточно смешная идея. God cannot purify anyone. He have to kill his own son. Господь не может никого очистить, и он вынужден убить собственного сына. These are all blood religions. Это все кровавые религии. So in Kali-Yuga, everyone doing this. И в Кали-Югу все заняты этим. Because they want to eat meat. Почему? Потому что они хотят есть мясо. So, especially they were saying, no, no, the Vedas say, the Vedas say. И в особенности они говорят, нет-нет, в Ведах написано, что можно. But that is not for this age. Но это не для этой эпохи. It's like 70 years ago, if you kill a German, you get a medal. Как, например, если 70 лет назад вы убиваете немца, то вы получаете медаль. Ура! But now if I go and kill a German, I'll go to jail. Но если сейчас я убью немца, то я отправлюсь в тюрьму. Different time. Другое время. Different rules. Другие правила. Everyone was engaging in animal sacrifice.
Но все были заняты в животном жертвоприношении. So Krishna came to this world in the form of Buddha. И тогда Кришна пришел в этот мир в образе Будды. And he taught non-violence. И он учил ненасилию. Ahimsa Paro Dharma. The supreme religion is non-violence. Он говорил, верховная религия — это ненасилие. So people would then know, they said, it says in the Vedas, animal sacrifice. И люди возражали ему, нет, в Ведах говорится о животном жертвоприношении. So Buddha said, the Vedas are not true. И тогда Будда сказал, Веды — это не истина. Don't follow the Vedas, you follow me. Не следуйте Ведам, следуйте за мной. So Supreme Lord himself, Krishna, gave birth to the atheistic philosophy of Buddhism. И Верховный Господь, сам Кришна, дал рождение вот этой атеистической философии. Right? Buddhists also believe there's no God. Потому что буддисты тоже верят, что Бога нет. They do not even believe in the eternal individual self. Они даже не верят в вечное индивидуальное Я. All is illusion. Все является иллюзией. There's truth that is called nirvana. И есть только одна истина, которая называется нирвана. Emptiness. Пустота. Non-existence. Несуществование, небытие. So this idea captured India. И вот эта идея захватила всю Индию. It also spread to China, Korea, Vietnam, Thailand, Japan, all became Buddhists. Все стали буддистами. This was a great mercy of Krishna. И это была большая милость Кришны. Because stopped animal sacrifice. Потому что прекратилось животное жертвоприношение. But then time to re-establish. It's not enough just to stop bad activity. Но недостаточно просто остановить плохую, греховную деятельность. Also they have to perform some good action. Необходимо совершить что-то хорошее. So Krishna sent Lord Shiva. И тогда Кришна отправил на землю Господа Шиву. To preach another type of atheism. Чтобы научить людей другому виду атеизма. Buddhism is non-Vedic atheism. А буддизм — это не ведический атеизм. So Shankaracharya preached Vedic atheism. И вот Шива в образе Шанкарачари, он учил ведическому атеизму. Everyone just be a little patient, I know it's a little philosophical. Немножко все потерпите, пожалуйста, это такая философия сейчас. Vedic atheism means what? Что значит ведический атеизм? There is a God. Что Бог есть. But he's just a light, a consciousness. Но он просто сознание, свет. He has no form. У него нет формы. No qualities. Нет качеств. No activities. Нет деятельности. What's he doing? И чем он занят? He just exists. Он просто существует. He's everywhere. Он повсюду. But you cannot see him with material mind or sense. Но невозможно увидеть его материальным умом или чувствами. That is called Brahma. И это называется Брама. Брама-джоти. Брама-джоти. So Shankaracharya pushed Buddhism out of India. И вот Шанкарачарья, он вытеснил буддизм из Индии. Again he re-established the importance of the Vedic scriptures. И снова он установил заново авторитет ведических писаний. Buddhism went out. И буддизм, он ушел за пределы Индии. This is the great service he did. И вот это то великое служение, которое он сделал. He re-established faith in the Vedas, but gave an imaginary description. То есть он установил авторитет Вед, но дал им ложное толкование. So today we're talking about Ramanuja. И сегодня мы поговорим о Рамануджа. He is the person who came and uprooted all this Buddhism and impersonalism. Он та личность, которая пришел и убрал с корнем, выдернул с корнем буддизм и имперсонализм. And again established devotion to the Supreme Lord. И снова установил преданность Верховному Господу. So he is very much important. И он очень важен. So he appeared in the year 1107. Он пришел в 1170 году. He appeared in South India. Он пришел в Южной Индии. Now it's called Madras. Сегодня эта местность называется Мадрас. So he appeared in South India. Он пришел в Южной Индии. In the Brahmin family. В браманической семье. So his name was Lakshman Deshika. Его звали Лакшман Дешика. From birth he had so much devotion. С самого рождения у него было много преданности. People consider him an incarnation of Lakshman. И люди видели его как инкарнацию Лакшмана. The younger brother of Lord Rama. Младшего брата Господа Рамы. So his name Ramanuja means literally younger brother of Rama. То есть его звали Рамануджа, и буквально это означает младший
брат Господа Рамы. So from birth he was too much attracted to devotion. С самого рождения он был очень привлечен преданностью. Devotion means who accepts three things. Преданность означает тот, кто имеет три вещи. Individual soul is eternal. То, что индивидуальная душа вечна. Where are you going? Куда идешь? Куда? Toilet. Five minutes. Пять минут тебе. And playing with friends, no need to go bathroom that time. Пока играешь с друзьями, не нужно ходить в туалет. So the individual soul is eternal. То есть индивидуальная душа вечна. The supreme soul, Krishna, he is eternal. Верховная душа Кришна тоже вечен. And love. И любовь. Service. Служение. Attachment. Привязанность. Of the individual soul to Krishna and Krishna to the individual soul, this is also eternal. Индивидуальной душе Кришне и Кришне к индивидуальной душе, она тоже вечна. So he very strongly he believed and realized all these things. И он очень сильно верил в это, и он осознал эти вещи. We believe he is eternally perfected soul. Мы верим в то, что Рамануджачарья был вечно совершенной душой. He is not like us. Он не как мы. So, from birth he had too much attachment to Krishna. С самого рождения у него была большая привязанность к Кришне. So, he went to school. И он отправился в школу. That time Vedic school. В это время были ведические школы. So his guru was a great impersonalist. Его гуру был большим имперсоналистом. But that time impersonalism had captured everyone. Но в то время имперсонализм был повсюду. They teach the philosophy of non-dualism. Они учат философии недуальности. There's no difference between you and God. Нет двойственности, значит нет разницы между тобой и Богом. You are God. Потому что ты и есть Бог. His guru believed in this philosophy, Advaita. То есть его гуру верил вот в эту философию, философию Адвайты. So, of course, Lakshman have to hear everything. Конечно, Лакшману приходилось слушать это все. Because he's going to school. Потому что он ходил в школу. But he never accepted the ideas of his guru. This guru. Но он this is not real guru. Не принимал идеи вот этого так называемого гуру. Он был не гуру на самом деле, просто учитель. So one day the boys were massaging Gurudev. И однажды вот этот мальчик, он массировал Гурудева, делал массаж. Then one boy asked Yadav Prakash one question. И один мальчик, another boy, спросил своего учителя Ядава Пракаша вот вопрос. Oh Gurudev, I read in the Upanishad one verse. О Гурудев, из Упанишад я вычитал один стих. Kapasyamapi like this. What is the meaning? Каково значение этого стиха? Because impersonalists they never give the direct meaning. Потому что имперсоналисты никогда не трактуют напрямую. They always try to deny the form of God. So they're always giving some indirect explanation. Они всегда пытаются отрицать форму Господа, поэтому дают не прямое значение стихов. Yadav Prakash said, "Oh, that is very easy." Yadav Prakash, вот этот учитель, сказал: "О, здесь все просто." Asana means backside. Asana означает задняя точка. Kapi means monkey. Kapi означает обезьяна. The Supreme Lord Krishna has eyes which are red like the backside of a monkey. Верховный Господь Кришна, у него глаза такие же красные, как заднее место обезьяны. Everyone seen red monkeys, you know? Все видели вот эти обезьяны. They're called macaws. In Vrindavan is too many. Во Вриндаване очень много макак. Макаки. Макаки, да. In where we live in India is too many. Там, где мы живем в Индии, их очень много. Horrible. Ужасно. Red backside. У них красные задницы. Very red. Они очень красные. So Krishna has eyes like the ass of a monkey. И вот у Кришны глаза как заднее место обезьяны, макаки. Then Lakshman is hearing this. И Лакшман слушал это. So he began to weep. И начал плакать. So terrible thing to. Так ужасно слушать это все. If someone is happy when they cry, those tears are cold. Когда кто-то плачет и счастлив, его слезы, они прохлаждающие. Someone is very sad when they cry, those tears are hot. Но когда кто-то очень расстроен, его слезы горячие. Lakshman is crying. Lakshman начал плакать. And his tears went on the back of Gurudev. И его слезы упали на спину Гурудеву. What is this? Why are you crying? Учитель спросил, почему ты плачешь? This is the impersonal explanation of Sankaracharya. Это имперсональное значение, объяснение Шанкарачарьи. You have to accept it. Ты должен принять это. Lakshman said, "I'm crying, Gurudev, because you are a great soul, great person."
И он ответил: «Я плачу, Гурудев, потому что вы великая душа, великая личность». How can a great person like you give such a horrible explanation? Как такая личность, как великая личность, как вы, может давать такое ужасное объяснение? So offensive, so rude. Настолько грубое, настолько оскорбительное. Even this world, we say to someone, "Hey, your wife has eyes like the ass of a monkey." That person would punch us. No? Даже если в этом мире мы скажем кому-то: «О, у твоей жены глаза красные, как задница обезьяны», нас просто ударят в лицо. Or your mother has eyes. Или кто-то про мать так скажет, он просто не стерпит это, начнет нас бить. Gurudev, how you can give such an explanation? О, Гурудев, как вы можете давать такое объяснение? Vinyana Prakash began, "What, you think you know better than me?" Vinyana Prakash сказал: «Ты что, думаешь, что ты лучше, чем я? You think you know better than Shankaracharya?» Ты думаешь, что знаешь лучше, чем Шанкарачарья? Lakshman said, "By Krishna's mercy, anything is possible." И Лакшман сказал: «По милости Кришны, возможно все». Kapi does not mean monkey. Kapi не значит обезьяна. Kapi, ka means sun. Kapi, ka означает солнце. Pi means to drink. А pi означает пить. What drinks the sun? Кто пьет солнце? The lotus drinks the sun. Лотос пьет солнце. So Supreme Lord Krishna has eyes which are pink like the petals of a lotus. И поэтому глаза Верховного Господа Кришны, они такие же, как лотос, который пьет солнце. Right? Perfect grammar, also beautiful explanation. То есть это совершенная грамматика и очень красивое объяснение. All other boys began clapping. Все остальные мальчики начали хлопать. Yes, this is very wonderful. Да, это замечательно. But Guru became too much angry inside. Но Гуру очень разозлился внутри. He understand this. This Lakshman is not like us. Он понял, этот Лакшман не такой, как мы. He is devoted. Он преданный. He believes in devotion to the Supreme Lord. Он верит в преданность Верховному Господу. He is like my enemy. И он подобен врагу мне. Even Yadav Prakash, the Guru was thinking, I have to kill him. И вот этот Yadav Prakash, Guru, подумал, я должен убить его. This boy is so brilliant, I cannot defeat him, so I have to kill him. Этот мальчик, он как бриллиант, я не могу победить его в споре, поэтому я должен убить его. Then another incident also happened. Также случился еще один случай. The king of that area had a daughter. У царя в той местности была дочь. A princess. Принцесса, конечно. She was haunted by a very powerful ghost. И ее захватил очень могущественный дух, привидение. These days we call schizophrenia. В современности это называют шизофрения. When a ghost enters someone, that person becomes someone else. То есть когда дух входит в тебя, то ты принимаешь себя за другого. So the king, of course, requested, "Whoever helps my daughter, whoever gets rid of this ghost, I will give so much wealth, so much donation." И царь объявил: кто освободит мою дочь от этого привидения, я дарую ему много золота, богатства. Many, many people tried to get rid of the ghost from the girl. Пытались освободить царевну от привидения. Even Yadav Prakash came. И даже Yadav Prakash пришел. He's a guru. Он большой гуру. So he's chanting his mantras. Он воспевал свои мантры. But the ghost just laughed at him. Но привидение только смеялось над ним. The ghost and the princess. Вот это привидение внутри принцессы. Yadav Prakash, you are бесполезен. О, Yadav Prakash, ты бесполезен. You have no power to throw me out. У тебя нет силы выкинуть меня. But your disciple. Но твой ученик. Lakshman Deshika. Lakshman Deshika. He has power. У него есть сила. Everyone heard. Все услышали. King said, "Bring this Lakshman." И царь сказал: приведите этого Лакшмана. So Lakshman came. Пришел Лакшман. Then king requested, "Please help my daughter." И царь попросил: пожалуйста, помоги моей дочери. So Lakshman remembered Krishna. Лакшман вспомнил Кришну. Narayan. О Нараяне. Krishna also. Krishna. He remembered Krishna, prayed. Он вспомнил о Кришне, о Нараяне, помолился. Chanted. Повоспевал его имя. Immediately the ghost left. И немедленно привидение ушло. Then Lakshman said, "Give us some sign you have left the girl and will never return." И Лакшман сказал: дай нам какой-то знак, что ты вышел и больше не вернешься. So the girl was sitting under one tree. Девушка сидела на дереве. So when the ghost left, he broke one branch. Under one tree, под деревом. And that branch fell. И вот это, когда он это попросил, ветка с дерева упала. It's a sign ghost had left, will not come back. И это был знак, что привидение вышло из нее и больше не вернется. So now Lakshman became very famous. И теперь Лакшман стал очень знаменитым. Everyone knew he could do, but the guru could not. И все поняли, что он смог, а гуру не смог. Guru felt double stigma.
И гуру почувствовал двойной стыд. The real guru will never feel like this. Но истинный гуру никогда бы так не почувствовал. If disciple become more than him, he becomes so happy. Если ученик превосходит учителя, то учитель очень счастлив. No? Like child goes more than parents. Parents don't become envious. Как, например, если ребенок превосходит в чем-то родителей, родители этому только рады. But disciple never become proud. I'm more than guru. Ученик в свою очередь никогда не гордится: о, я больше, чем ты. Disciple think by Gurudev's grace I'm going up. Ученик думает: по милости Гурудева я превзошел. Person who is not real guru will not have these feelings. Но человек, у которого нет истинного гуру, то у него нет таких чувств. So, Yadav Prakash thinking how I can kill him, now I have to kill him. И вот теперь Yadav Prakash думал: теперь-то мне нужно убить его. Как мне его убить? So the guru called the other boys. И гуру позвал других мальчиков. This Lakshman, we have to finish him. Он сказал: мы должны прикончить этого Лакшмана. So we will go on pilgrimage to the Ganga. Мы пойдем в паломничество на Гангу. The Ganga is in the north of India. А Ганга, она на севере Индии. And they're living south of India. А они живут на юге Индии. They will walk. Take 2-3-4 months. И они пошли пешком, и это бы заняло 3-4 месяца. When we go, we will kill him. Но когда мы придем, мы убьем его. He is a very dangerous person. He will destroy impersonalism and establish devotion to Krishna. Он очень опасная личность, потому что он уничтожит имперсонализм и установит преданность Кришне. So one of the boys was Lakshman's cousin. И один из мальчиков был двоюродным братом Лакшмана. His name was Govinda. Его звали Говинда. So he said, Lakshman, be careful. Он сказал: Лакшман, будь осторожен. Guru was making his plan to finish. У гуру есть план, как тебя прикончить. Then Lakshman knows Krishna always protecting. Но Лакшман знал, что Кришна всегда защитит его. Devotee is always fearless. У преданных никогда нет страхов. So when the parents heard, oh, they will go to the Ganga, all parents became very happy. Yes, go. Когда родители услышали, что все идут на Гангу, они были очень рады. И сказали: да. The guru and all the boys went to North India. И вот гуру со всеми мальчиками пошел на север Индии. Then Govinda heard the guru saying, "Tonight we'll finish him." И вот Говинда услышал, что гуру сказал: сегодня мы с ним покончим. So he told Lakshman. И он предупредил Лакшмана. Get out of here. Уходи отсюда. He was very small, Lakshman. This time, maybe 8 or 9 years old. В это время Лакшмана было всего лишь 8-9 лет, очень маленький мальчик. So he ran away in the middle of the night. И посреди ночи он сбежал. He heard Gurudev and the boys calling. Lakshman! И он слышал, как мальчики и Гурудев звали: Лакшман! Where are you? Где ты? But he kept quiet. Но он сохранял молчание. And they said, Gurudev, we could not find him. И они сказали: о, Гурудев, мы не смогли найти его. Don't worry, we'll tell everyone he was eaten by a lion. И гуру сказал: не переживайте, мы всем расскажем, что его съел лев. So small boy, how will he come home? И вот маленький мальчик, как же ему добраться до дома? So, that time... By good fortune, he's met one hunter. И по благой удаче он встретил одного охотника. This hunter was охотник. Very tall. Он был очень высоким. Very dark. И очень темным. Very handsome. Но очень красивым. He spoke in very deep voice, like thunder. Его голос был таким глубоким, как гром. So Lakshman felt fear, but also too much. This hunter was too much kind. И Лакшман испытал страх, но в то же время этот охотник был таким добрым. И у этого охотника была жена. Очень красивая. Это Лакшми и Нараян. Можно думать о том, что это Кришна. Но Лакшман не знал об этом. So they asked, и он спросил. Small boy, why are you in the forest by yourself? Охотник спросил: о, маленький мальчик, как ты оказался один в лесу? I'm lost. Я потерялся. Where you want to go? Куда ты хочешь отправиться? I want to go to Sriranga, my house. Я хочу домой, на Шриранга. And they said, we are also going. Они сказали: мы тоже туда идем. Why? We catch many birds. Почему? Потому что мы ловим птиц. This is very bad acting. Это очень плохо. So to purify ourselves, we also go into the holy city of Sriranga. И чтобы очиститься, мы тоже идем в святой город Шриранга. So hunter made a fire. И вот этот охотник развел костер. Said, whatever happens, don't leave the fire. И он сказал: что бы ни произошло, не покидай вот эту зону огня. In nighttime, again and again, the wife asked, I'm very thirsty. Снова и снова жена ночью говорила: я очень хочу пить. So in the morning, Lakshman went and brought some water for her. И на утро Лакшман пошел, чтобы раздобыть воды для нее. So much water.
Много воды принес. She drank. Она выпила. 5 liters. 5 литров. I'm still thirsty. И сказала, я все равно хочу пить. So he went again. И он пошел снова. Again came. Again. Снова пришел. И она снова выпила. I'm still thirsty. И она сказала, я все равно хочу пить. 3 times he brought water. И вот так же он 3 раза принес ей воды. The 4th time he went, when he came back, they were gone. И когда он пришел, вернулся на 4-й раз, они уже ушли. He was very surprised. Он был очень удивлен. He saw one man. Он видел одного человека. He asked, "Where am I?" Он спросил, где я? He said, "Lakshman, are you crazy?" И этот человек сказал, Лакшман, ты сумасшедший. You don't recognize your own home? Ты что, не можешь узнать собственный дом? He'd come back to Sri Lanka. То есть он вернулся таким образом в Шри-Ланку. Like 2,000 kilometers in one night. За одну ночь он прошел 2000 километров. Then he understood who was that hunter, who was his wife. И вот так он понял, что это был за охотник и кто была его жена. It was Krishna. Это был Кришна. Лакшми и Нараяна. Oh, they saved. И он подумал, о, они спасли меня. In this way, Lakshman, Guru came back again. He went to school. И вот вернулся Гуру и снова Лакшман пошел в школу. After he could not tolerate all this, so he left. Но он больше уже не смог терпеть все это, и он оставил школу. So, before India was too much divided on the caste system. Раньше Индия была очень сильно подразделена по кастовой системе. But Lakshman was a great believer. Devotion is not according to caste. Но у Лакшмана было большое убеждение в том, что преданность она не зависит от касты, не по рождению она приобретается. All souls are Krishna's servants. Потому что все души это слуги Кришны. All are same, like brothers, sisters. И все едины, как братья и сестры. We should not judge by birth. We should judge by devotion. Мы не должны судить людей по рождению. Мы должны судить их по преданности. In this city was a great devotee. В этом городе был великий преданный. What was his name? Kanchipuram. Thank you. There was a great devotee. His name was Kanchipuram. Был великий преданный, которого звали Kanchipuram. He was from Puram. Very Kanchipuram. He was from a very low family. Он был из очень низкой семьи, низкородной семьи. But perfect devotee. Но совершенный преданный. Krishna would directly speak with him in the temple. Кришна напрямую общался с ним в храме. So we believe devotion comes from devotee. И вот мы верим в то, что преданность приходит от преданного. By serving devotees, Krishna becomes very happy with us. Когда мы служим преданному, то Кришна становится очень доволен нами. Serving devotees is the cause of all good fortune, the cause of all auspicious. Служение преданному – это причина всей благой удачи и всего благого. Who tells us about Krishna? Кто рассказывает нам о Кришне? Devotees, right? Преданные. So devotees are the association of devotees is the birthplace of devotion. Поэтому общение с преданными – это место рождения преданности. So the Kanchipuram was very great devotee. И Канчипура был великим преданным. And Lakshman was from a very high family. А Лакшман, он произрастал из очень знатной семьи. And Kanchipura was from a very low family. А Канчипурна, он был из очень низкой семьи. But Lakshman taught us, don't judge devotee by their birth. Но Лакшман учил нас не судить преданных по рождению. So Lakshman had married, actually. И на самом деле Лакшман женился. And his wife was strange. А его жена была странная. Wife was not too much devotee. Жена была не очень-то преданной. So, devotees, we believe, we cook and offer food to Krishna. Когда преданные готовят, они предлагают пищу Кришне. Just like a mother cooks for a child. Так же, как, например, мать готовит для ребенка. Wife may cook for husband. Жена может готовить для мужа. Friend may cook for friend. Друг может готовить для друга. So, devotees also with too much affection cook and offer food to Krishna. И преданные, они из любви к Кришне готовят и предлагают ему это подношение. Even vegetarian diet, this is full of violence. Потому что даже вегетарианская диета полна насилия. So many cabbages were killed. Очень много капусты убили. Гречка also sold is there. И также гречка, в каждой гречке там душа. You put water, it comes up. Если полить, посадить, полить, то она прорастет. We cannot just cook and eat. Мы не можем просто готовить и есть. This is also full of violence. Потому что это тоже переполнено. So we offer our food to Krishna. Поэтому мы предлагаем свою пищу Кришне. He purifies it. We take that, we get devotion. Он очищает ее, и если мы примем это, эти остатки, то мы получаем преданность. So what Krishna eats, that is called prasada. То, что вкусил Кришна, называется прасадом. But what devotee eats has more power. Но то, что вкусил еще и преданный, обладает еще большей силой. Because they serve prasada. Потому что они послужили прасаду. We eat. Мы едим.
Вот так. But the devotees do not eat, they serve. Преданные не едят, они служат. When they take prasad of Krishna, they take with proper mood. Когда они принимают прасад, остатки пищи Кришны, они принимают ее с правильным настроением. When our Gurudev would take prasad, eyes closed, so much meditate. Когда наш Гурудев принимал прасад, у него глаза были закрыты, он с большим уважением медитировал. This is mercy of Krishna. Это милость Кришны. So, devotees take this with proper mood. То есть преданные принимают прасад с надлежащим настроением. You can also get this, our life can be successful. И если мы вкусим эти остатки тоже, то наша жизнь тоже будет успешной. Food bathing, food dust of devotee. Пыль с лотосных стоп преданных. Food bathing water of devotee. Вода с омовения стоп преданных. And what's left on devotee's plate? И то, что осталось на тарелке преданного. Спасибо. These three things give devotion. Вот эти три вещи дают преданность. So Ramanuja wanted to invite Kanchipurna for lunch. И Рамануджа захотел пригласить Канчапурну на ужин. So he told his wife. На обед. И он сказал своей жене. We have very special guests coming today. We have to do everything properly. Сегодня у нас очень особый гость, мы должны хорошенько подготовиться. So Kanchipurna also had too much affection for lunch. И Канчапурна тоже была большая любовь к Лакшми. Went to the market. And that time when wife was cooking, Kanchipurna came. И вот в то время, пока он на рынке, а жена готовила, пришел Kanchipurna. So because he was from a low family, Lakshman's wife not invited him in. Monster. У него низкое происхождение, жена Лакшмана не пригласила его внутрь. Maybe take it outside and bring it. Когда он перестанет плакать, приходите. So, wife not invited Kanchipurna inside. То есть жена Лакшмана не пригласила Канчапурну внутрь. Because from low family. Потому что он из низкой семьи происходил. She gave him one place on the side. Она сбоку ему подготовила место. He ate and left. Он поел и ушел. And because she thinking he is from a low family, she took all this and threw. Из-за того, что она считала, что он из низкой семьи, она все это собрала и выбросила. Он говорит, о, быстрее, сейчас придет гость. Она сказала, кто уже был? What? Что? Where's the prasad? А где же прасад? Да я выбросила. Он же из низкой семьи. А ты из возвышенной? Как ты можешь это есть? Лакшман очень разгневался. Just, you are very low class, lady. Он отругал ее. Ты очень низкая женщина. You are thinking Kanchipurna is low, but he is very exalted. Krishna speaks with him. Ты думаешь, что Канчапурна недостойный, но он очень возвышенный. And you so much disrespect him like that. И ты выказала такое неуважение к нему. So Lakshman felt great pain. Лакшман почувствовал большую боль. I have this type of wife. Вот такая у меня жена. So wife was so Lakshman was upset, he left. Лакшман был очень расстроен и ушел. So, many things happened in his life also. Множество вещей происходило. That time, в это время. One poor Brahman was on the road. На дороге встретился ему бедный Брахман. Too much hungry. Очень голодный. So Lakshman said, oh, brother, you are hungry? You go to my house and eat. И Лакшман сказал, о, брат, ты голоден? Приди ко мне в дом и поешь. So the poor man went to Lakshman's house. И вот этот бедняк пришел к Лакшману. The wife was already angry at what happened. Жена уже разозленная была, что происходит. So when this beggar came, и когда пришел этот very hungry mother, please feed me. О, мать, я такой голодный, накорми меня. You bombs, get out. Вот ты, бомж, уходи отсюда. She abused him and kicked him out very strong. Она оскорбила его и выгнала. Then this man felt great, too much suffering. И этот человек очень расстроился. He was hungry and also so much disrespect. Потому что он уже был голодный, но тут еще его и оскорбили. So Lakshman met him again. И Лакшман встретил его снова. I'm still hungry. Он сказал, я все еще голодный. Как? Yes, your wife abused me so much. Да, твоя жена очень отругала меня. Then Lakshman said, I cannot live in such a house.
И Лакшма подумал, я не могу жить в таком. This is so much unfavorable for devotion. Это очень неблагоприятно для преданности. So he said to this man. И он сказал этому мужчине. He wrote a letter. Он написал письмо. You give this to my wife. Отдай это письмо моей жене. This letter, it seems it comes from his wife's father. В этом письме звучит так, как будто бы это прислал отец жены. Now your brother is getting married. Please come and help arrange for the wedding ceremony. И там говорилось, сейчас твой брат женится, поэтому, пожалуйста, приедь к нам и помоги со свадебной церемонией. Wife became very happy. Жена очень обрадовалась. So she fed that man so much good food. Она очень хорошенько накормила этого человека. He was happy. Потому что была довольна. Oh, my brother is getting married. О, у меня брат женится. So then she packed. Она упаковала вещи. And went back to his home. И вернулась к себе в дом своего отца. That time Ramanuja took sannyas. В этот момент Рамануджа принял саньяс. Means red cloth. Означает шафрановые одежды. No more connection with wife, children, family. И больше нет никакой связи с женой, детьми, семьей. At that time was one other great devotee named Yamuna Acharya. В это время жил еще один большой преданный, его звали Ямуна Ачарья. So many of his prayers, really beautiful things. Если почитаете его молитвы, они прекрасные, очень красивые. This Stotaratnam. Stotaratnam. Stota means prayer. Stota означает молитва. Ratna means jewel. Ratna означает. Bhaktivinoda Thakur took this and made so many kirtans that we sing every day. Бхактивинода Такур на основе этих молитв написал киртаны. This Saranagati, this all from Yamuna Acharya. Шаранагати и так далее. То есть это все от Ямуны Ачарьи. Yamuna Acharya left this world. Ямуна Ачарья оставил этот мир. But before he left, he said, "I want to meet Ramanuja." Но прежде чем оставить мир, он сказал, я хочу встретиться с Рамануджей. Because everyone was telling him, "Oh, in Sri Rangan is one young man, very great devotee, very great." Потому что все рассказывали ему, что в Шри Ранган живет один молодой человек, и он великий, великий преданный. But when they were calling Ramanuja to meet him, then Yamuna Acharya left this world. Но когда они позвали Рамануджу встретиться с Ямуной Ачарьей, Ямуна Ачарья уже оставил этот мир. When Yamuna Acharya left, his fingers were like that. Когда ему начали оставлял этот мир, его Three. У него была вот такая мудра на руке. Anyway, like вот как-то так. Three fingers were closed. То есть три пальца у него были согнуты. When people die, their hand is always like that. Когда люди умирают, у них руки всегда раскрыты. Means left with nothing. Это значит, что ушел ни с чем. But his three fingers are like this. Но у него три пальца были вот так. So when Ramanuja came to meet Yamuna Acharya, then everyone, just he left this world. И вот когда Рамануджа пришел встретиться с Ямуной Ачарьей, ему сказали, он только что оставил этот мир. Then Yamuna said, why his fingers are like this? Рамануджа спросил, почему у него руки вот так согнуты? Everyone said, we don't know. Все сказали, мы не знаем. This means he has three unfulfilled desires. Он сказал, это означает, что у него осталось три неисполненных желания. Then Ramanuja went in trance. И Рамануджа вошел в транс. I declare. Я провозглашаю. I will write devotional commentary on the Brahma Sutra. Я напишу комментарий преданности на Брахма Сутру. That is called the Sri Vasya. Это называется Шри Васья. When he said that, one finger opened. Когда он сказал это, один палец разжался. Yamuna wanted to write such a commentary, but no time. Это значит, что Ямуна Ачарья хотел написать такой комментарий, но у него не хватило времени. I will preach devotion all around India. Я буду проповедовать преданность по всей Индии. I will uproot impersonalism. И я выдерну с корнем имперсонализм. Второй палец разжался. I will name one disciple after the great saint Parasarishi. Я назову одного ученика в честь великого преданного Парашариши. When devotees Парашар. When devotees take initiation, we get new names. Когда преданные получают инициацию, они обретают новые имена. These are names of great devotees or great or Krishna. И это, как правило, имена великих преданных или Кришны. Like Angaharini, these are names of Radhika. Как, например, Ангахарини — это одно из имен Радхики. И вот третий палец он положил. Everyone becomes stunned. Все оцепенели, глядя на это. Yamuna Acharya left. Yamuna Acharya уже ушел. Never met. Никак. Yamuna never met Yamuna. Ямуна Ачарья никогда не встречался с Рамануджей. How he know everything?
Откуда же он все знает? Everyone became so much astonished. И все были ошеломлены. And they requested Рамануджа to stay here, please. Они попросили Рамануджа, пожалуйста, останься. So he would give such beautiful explanations. И он давал очень красивые объяснения. Very difficult, complex things he could answer very expertly. И также он на сложные, комплексные вопросы давал прекрасные объяснения. So he wrote many things, especially commentary on Bhagavad Gita, commentary on the Upanishads, commentary on the Brahma Sutra. И он написал множество вещей, в особенности комментарии на Бхагавад Гиту, на Упанишады и на Брахма. And he gave his philosophy of Vishishta Advaita Vada. И также он дал свою философию, называется она Васиштха Адвайта Вада. God is one. Бог един. And everything comes from him. Бог един, все исходит из него. So there's a relationship between this world and God. Поэтому есть отношение между Богом и этим миром. There's a relationship between the soul and God. Есть отношение между душой и Богом. There is not just one reality, there's three. Нет просто одной реальности, есть три. Right? Matter. Материя. The soul. Душа. And Supreme Lord. И Верховный Господь. What is their relationship? И какие у них отношения? He explained in the philosophy of Vasishtha Advaita Vada. Это он объясняет в философии Васиштха Адвайта Вады. It's too much complicated. Она очень сложная. And he gave an example like a cow. Но дает пример как корова. Vasishtha means adjective. Vasishtha означает пристрастный. Vishesha. Vishesha. It's adjective. There's a cow. Sorry, adjective. Прилагательное. There's a cow. Есть корова. What type of cow? Что за корова? A black cow. Черная корова. Yeah. So the quality of being black is also not different than the cow. То есть вот это качество, что она черная, она тоже в этой корове есть. But it's also like an adjective, like. Но оно как прилагательное, оно. So he described this world and the souls. These are like the body of the Supreme Lord. И он объяснял, что вот этот мир, души и Господь, они как бы тоже как прилагательные к нему. Okay, Lolita, you can hug her later. Now it's close. Можете потом пообниматься, сейчас лекция. So, he spread this philosophy of Vasishtha Advaita Vada everywhere. Он распространил эту философию Васиштха Адвайта Вады повсюду. He made 10,000 sannyasi disciples. У него было 10,000 учеников саньяси. Hundreds of thousands of celibate brahmacharis. И сотни тысяч брахмачари, которые держали целибат. How many millions of married persons were his disciples? No one can count. А сколько миллионов обычных учеников, то есть женатых или замужних, никто не может сосчитать. So he made a great transformation throughout South India. И он произвел большую трансформацию по всей Южной Индии. Very wonderful stories. Удивительные истории. We are talking about service to devotees. Мы говорим о служении преданным. So this is very strongly in Ramanuja's philosophy and own life. И это очень сильно в философии Рамануджи и его жизни. Because Ramanuja could not directly associate with Yamuna Acharya, the previous guru, then he could not. He wanted to catch all the teachings. Из-за того, что Рамануджи не удалось напрямую общаться с Ямуной Ачарьей, со своим гуру, то он очень сильно хотел извлечь все его учение, то есть захватить. So he served all the main disciples of Yamuna Acharya. Поэтому он служил всем главным ученикам Ямуна Ачарьи. Oh, what Gurudev said? What is the meaning of this? Он спрашивал, о, что сказал Гурудев? А что значит это? Все это он слушал от них. Wonderful stories. Есть замечательная история. There was one devotee who got a secret mantra directly from Yamuna Acharya. Был один бедный, который получил секретную мантру непосредственно от Ямуна Ачарьи. So Krishna had told him, never repeat this mantra to anyone. Who told Krishna? И Кришна сказал, никому никогда не говори эту мантру. So Yamuna was serving this devotee. Yamuna? Рамануджа служил этому преданному. For 6 months. Шесть месяцев. Washing cloth, bringing water. Он стирал одежду, приносил воду. Going to the market. Ходил на рынок. Cooking. Готовил для него. He's guru, no? Потому что он его воспринимал как гуру. How much doing all this service? То есть он совершал много служений. Again and again he asked, please give this mantra to me. Пожалуйста, просил он, дай мне эту мантру. Without this mantra, I cannot perfectly worship Krishna. Без этой мантры я не могу совершенным образом поклоняться Кришне. Again and again he asked. Снова и снова он просил. 18 times. 18 раз. Give me this mantra. Дай мне эту мантру. This devotee did not want to give. Этот преданный не хотел давать. Krishna came in his dream.
И вот пришел к нему Кришна во сне. You can give to him, he is qualified. И сказал, ему можешь дать, он квалифицирован. So finally, this devotee agreed. Okay, I will give you this mantra. И в конце концов этот преданный согласился. Хорошо, я дам тебе. This mantra is supremely powerful. Эта мантра в высшей степени могущественна. Whoever chants this mantra will directly go to the supreme lords above. Кто бы не воспевал эту мантру, он непосредственно идет в обитель Господа. This mantra will give unlimited happiness to anyone who chants. Эта мантра дает безграничное счастье любому, кто ее воспевает. But you have to promise me never tell anyone else. Но ты должен пообещать, что ты больше никому ее не расскажешь. If you do, you will go to hell. Если ты это сделаешь, то отправишься в ад. Рамануджа сказал, хорошо. So he took the mantra. И вот он получил мантру. And he became full of so much ecstasy. И он преисполнился такого экстаза. So much devotion. Да столько преданности. This mantra is siddha mantra, perfected mantra. Эта мантра, это сиддха мантра, это мантра совершенства. So he felt so much devotion, so much ecstasy. Он почувствовал так много преданности, так много блаженства. And he was walking home. И вот он шел домой. He was looking at the faces of all the people. И он смотрел в лица всех прохожих. In this world, everyone has so much fear. В этом мире все преисполнены страха. So much attachment. Очень много привязанности. So much lamentation. What I lost. Сокрушений. О, что я потерял? Why I did that? Почему я сделал это? I want to do this. Я хочу сделать это. Right, Lalita, making many plans. Много планов строим. If I do this, I can be happy. Если я буду делать это, то я If буду I счастлива. This, если я сделаю вот это, то я буду еще более счастлива. So у людей очень много планов, они строят много планов. То есть они сокрушаются, боятся и страдают. Все покрыты невежеством. Well, who is God? What is my eternal relationship? Everyone hidden. Потому что кто такой Господь и какие у меня с Ним отношения для всех скрыто. Потому что Кришна — это экстаз. Он сделан из ананды, соткан из ананды. Если ты служишь Ему, ты становишься счастливым. Если ты помнишь Ему, ты становишься счастливым. Потому что Кришна — счастье. И вот он смотрел на всех, что все грустные, все полны несчастья. In the middle of the town was one water tank. И посреди города стояла водонапорная башня. Everyone, come here. Он забрался и сказал: "Эй, все, подходите сюда. I have a great treasure for you. У меня для вас большая драгоценность. Anyone who chants this mantra, all their miseries will evaporate. Если кто-то будет повторять эту мантру, то все беды его исчезнут. All will get love of Krishna. И все получат любовь к Кришне. Everyone began running. Все побежали туда. Everyone wanted happiness. Все хотят счастья. Everyone ran there. И все сбежались. And he was on top of the water tank. А он был на верхушке вот этой башни. Everyone, please chant this mantra. Все, пожалуйста, повторяйте эту мантру. Om Namo Narayan. Come on, ну, давайте повторите. Вы не умрете, если повторите. Вы станете Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Narayana is the name of Krishna. Narayana – это имя Кришны. Nara means the souls. Nara означает души. Ayan means the resting place, the shelter. Ая означает место пребывания, обитель. Krishna is the resting place of all souls. Кришна – это обитель всех душ. Это то место, где пребывают прибежище всех душ. Намо означает «я кланяюсь». И Ом означает имя Кришны. Prana Vasarva Veda Krishna says, in all the Vedas, I am Om. Кришна говорит, что Prana. Во всех ведах я звук Ом из всех. Шрила Шридхар said, Prana means yes. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что Прана означает «да». I will serve you, Krishna. Да, Кришна, я тебе буду служить. Everyone chanting. И вот все воспевали. Everyone felt so much. И все чувствовали такое блаженство, такое счастье. Mother, father, и, конечно же, они всем рассказали, всем, кого знали, отцу, матери, дети. And Guru heard this. И Гуру прознал об этом. И он очень разозлился. I made him promise not to tell anyone. Я заставил его пообещать, что он никому не расскажет.
half an hour he told the whole city. И через полчаса он растрезвонил по всему городу. Он очень разозлился. So Ramanuja came to him next day. На следующий день Рамануджа пришел к нему. And Guru chastised him. И гуру отругал его очень сильно. Ты негодяй. Traitor. Ты предатель. I told you you will go to hell. Я сказал тебе, что ты пойдешь в ад. I curse you, go to hell. Я проклинаю тебя, что ты пойдешь в ад. Ramanuja not disturbed. Рамануджа не беспокоился. He said, no problem, Guru. Он сказал, Гурудев, не проблема. You said, whoever chants this mantra will achieve the supreme lord. Вы сказали, что тот, кто повторит эту мантру, он достигнет верховного Господа. So today, because of this mantra, thousands and thousands of people achieved Krishna. Из-за этой мантры тысячи и тысячи людей достигли Кришны. So only one person go to hell, no problem. Если всего лишь один человек отправится в ад, не проблема. If thousands and millions achieve Krishna. Если тысячи и миллионы людей достигли Кришны. When Guru heard this, Guru became stunned. Когда гуру услышал это, он оцепенел. I'm low class person. Он подумал, нет, это я недостойный. Look at this person's like compassion. Посмотрите, какое сострадание у этого человека. He's much greater than me. Он намного более велик, чем я. He's a friend of everyone. Он друг каждого. So Guru began weeping. И вот тогда гуру начал плакать. This person is more than me. Этот человек больше, чем I'm only thinking of myself. Я думаю только о себе. But he's thinking of everyone. А он думает о каждом. So Guru began weeping. И вот гуру начал плакать. I cursed him, this person. И вот я проклял такую личность. I am very low. Это я низкий. Я. He is not low. А он не низкий. The Guru began weeping. Гуру начал плакать. Ramadev said, "No, Gurudev, this mantra only works because it comes from." Но Рамануджа сказал, нет, Гурудев, эта мантра работает только потому, что вы дали мне ее. So, Рамануджа, how compassionate. Насколько Рамануджа был сострадающим. So, yogis only want their own happiness. То, чего хотят йоги, это только собственного счастья. They go some cave and meditate. Они идут в какую-то пещеру и медитируют. They only want their own liberation, own happiness. Они хотят освобождения только для себя, счастья только для себя. But devotees want everyone to be liberated. Но преданные хотят, чтобы мы все освободились. If we're doing these programs, поэтому right? мы делаем вот эти программы. Giving books, раздаем книги. Temples, открываем храмы. Devotees don't need any of these things. Преданным ничего этого не нужно. But they're so much kind. Но они очень добрые. They're like our Gurudev, even old age, so many times traveled the world. Как, например, наш Гурудев, даже в очень преклонном возрасте, сколько раз он объезжал весь мир. Ему не нужно было. Too much kind. Но это просто его доброта. Too much mercy. Очень большая милость. So Ramanuja had all these qualities. И вот у Рамануджи были все эти качества. Many, many wonderful stories about him. Есть много замечательных историй. And it's Shiva. So anyone, many, you hear, you become astonished. You read Если послушаете о его жизни, то вы будете потрясены. So many scholars. Множество ученых. In this world, there's many philosophers. В этом мире очень много философов. The Buddhists, буддисты, who believe there is no God, которые верят, что Бога нет, everything is false, что все ложно. The Advайтавадис, Адвайтавади, believe there's just one God with no form, которые верят, что есть единый Бог без формы. But there are many, many other theories. Но есть также много других теорий. The believers of the atomic theory, как, например, те, кто верит в теорию атома. Many atoms together that makes life. Что много атомов вместе и это создает жизнь. This is stupid. Это глупо. Because atoms have no life. Потому что в атомах нет жизни. So collection of atoms never made consciousness. Поэтому сборище атомов никогда не даст сознания. Чарвак. Чарваки. When you die, nothing happens, right? You just die. Они говорят, что те, кто умирают, когда ты умираешь, просто ничего не происходит, ты просто умираешь. Who cares about next life? Кому интересна следующая жизнь? Just enjoy. Просто наслаждайся. Beg, borrow, steal, give, and cream. Beg, borrow, steal, сметана. Займи, заработай или укради сметану. Cheese. Сыр. Eat and enjoy. Поешь и наслаждайся. Who cares about anything else? И кому интересно, что там будет дальше? This is one philosophy also. Это тоже одна из философий, она называется. Many, many philosophies. Много философий есть. These all deviation. Karma mimamsa. Karma mimamsa. Karma is everything. Она провозглашает, что карма это все. Karma is something that is. Да, карма это что-то, это правда. Krishna is not controlled by karma. Но, например, Кришну карма не контролирует. So who surrendered to Krishna also that person not controlled by karma. И тот, кто предается Кришне,
Карма над ним тоже уже не властвует. Also that time Islam was there. No? В то время еще ислам был очень сильный. И вот Рамануджа всем этим людям проповедовал. He preached this philosophy of Vasishtha Advaita. Он проповедовал философию Васишта Адвайта Вадати. He converted millions of people. Он обратил миллионы людей. Even today, his teaching is still very strong there. И даже сегодня его учение очень сильно в Индии. So, there was one wrestler. Жил был один боец. Борец. Большой. He was also from a low family. Он тоже был из низкой семьи. But he was huge. Но он был огромным. So no one ever said anything to him. И поэтому ему никто ничего не говорил. And he went to the temple of Sri Ranga. И вот он пришел в храм Шри Рангана. He was with one, like she was prostitute. И он был с одной проституткой. Very beautiful. Но она была очень красивая. So he was just looking at her the whole time. И все время он смотрел только на нее. With one umbrella. Он с одним вот так зонтиком стоял. So the sun not went on her face. Чтобы солнце не опалило ее. Wherever he went, he just watched her. И куда бы он ни пошел, он просто смотрел на нее. He don't care about anything. Ему было неинтересно ничего. Many people were laughing at him. Многие люди смеялись над ним. But he don't care. Но ему было все равно. So he came to the temple like that also. И вот он также пришел в храм. Temple means everyone do like that. Храм значит, что все там кланяются божеству. Forget your wife for 10 minutes. На 10 минут можно же забыть о своей жизни. Job, just pray to Krishna. О работе, о детях. Просто помолись Кришне. This man was. Но этот человек был вот так. Many people laughing at him. И многие люди смеялись над ним. Very lusty man. О, какой вожделеющий, бесстыдный человек. So, there was a big festival. И был большой праздник в этот день. Thousands of people were chanting, playing instruments. Тысячи людей воспевали мантры, играли на музыкальных инструментах. Chanting names of Narayana. Воспевали имена Нараяны, Кришны. Everyone was looking at the deity. И все смотрели на божество. But this wrestler was just looking at the girl. Но этот борец смотрел только на свою девушку. He not hear anything. Он ничего не слышал. He not see anything. Ничего не видел. Fully absorbed. Полностью был окружен в нее. Then Рамануджа saw him. Рамануджа увидел его. This man has perfect devotion. Он увидел, что у этого человека совершенная преданность. But just in the wrong thing. Но просто в неверном направлении. Devotion means what? Mind, body, soul in one direction. Что значит преданность? Это ум, тело и речь, чувства ты направляешь в одно место. So he called him. И он сказал, позовите его. His name was Dhanuda. Его звали Dhanuda. Ramanuja, oh man, you are too much fortunate. The great saint Ramanuja wishes to speak with you. И ему сказали, о, великий святой, большая личность хочет поговорить с тобой. Ты очень удачлив. Он хочет встретиться со мной? Рамануджа был в то время очень знаменит. И вот он пришел к Рамануджа. Да, великий святой. How can I please you? Как я могу удовлетворить вас? Почему вы позвали меня? Рамануджа спросил его. What do you see in the face and what do you see in the face of that girl that you forget the whole creation? Что такого ты видишь в лице этой девушки, что ты забыл об этом мире? Рамануджа is a celibate. Рамануджа держал целибат. So Dana said, a little hard to explain to you. И вот этот человек сказал, ну, мне сложно будет вам объяснить. But she is the most beautiful. Но она самая красивая. I know in this world is nothing more beautiful than her. Я знаю, что в этом мире нет ничего красивее, чем она. So I never look at anything else. Поэтому я не смотрю ни на что другое. I never think of anything else. Я не смотрю, не думаю ни о чем другом. Then Ramanuja said, you come tonight to the temple. И Рамануджа сказал, приходи сегодня вечером в храм. I will show you someone even more beautiful. Я покажу тебе нечто более красивое. You come tonight. Приходи вечером. So he came again at night. И вот он пришел в ночь с зонтиком. Everyone was looking at the deity of Ranganath. Все смотрели на божество Ранганатха. Это Vishnu. Один из образов Кришны, Вишну, sleeping. Который спит. Everyone was looking, все смотрели, получали даршан божества. We don't see Krishna. Мы не видим Кришну. We have darshan. Мы получаем даршан. Darshan means we believe I am not seeing you. Даршан означает, что мы верим, что
Я тебя не вижу. Dasha means you are seeing me. Dasha означает, что ты видишь меня. We are not the doer, the seer, or the witness. Мы не являемся ни свидетелями, ни деятелями. We are the object. Мы объекты действий. Мы не субъекты. То есть мы... That's why we come to temple with everyone too much respect. And... Поэтому, когда все приходят в храм, они с большим уважением склоняют руки, они кланяются. О, Кришна, I have no power to see you. О, Кришна, у меня нет силы видеть тебя. But you are very kind. Please see me. Очень добрый, пожалуйста, посмотри на меня. Everyone was like that. Вот все с таким настроением пребывали. Но он to the girl. Смотрел на девушку. He never looked even at Krishna in that way. Он даже на божество Кришны не смотрел. How much attachment he had. Какая у него была привязанность. So, Рамануджа said, come, so he came. Но Рамануджа сказал, приходи, поэтому он пришел. Then Рамануджа said, oh brother, one time you see the lotus eyes of Lord Ranganatha. Рамануджа сказал, о брат, один раз взгляни в лотосные глаза Господа Кришны. Who lives in Кришне. One time. Один раз посмотри на него. So, и он повернулся. Like we look. Как мы. Сегодня мы утром ходили в храм. What we see, huh? Но что мы видели? Material senses, what we see with material senses, we see some material. Что мы видим материальными чувствами? Мы видим материальные вещи. Then Ramanuja put his hand on his head. И в этот момент Рамануджа положил свою ладонь ему на голову. He saw Krishna. И он увидел Кришну. Prakasamurti Tamini Shakshat Bhadananda. You are not a stone, you are not a statue, you are directly Krishna. Ты не камень и не статуя, ты непосредственно сам Кришна. Рамануджа gave him a mood of service. Рамануджа даровал ему настроение служения. The problem is we are trying to enjoy this world by our senses. Наша проблема в том, что мы пытаемся наслаждаться этим миром своими чувствами. Even we come to Krishna. И даже когда мы приходим к Кришне, гуру, прасад, или к прасад, topics of Krishna, или слушаем о Кришне, but we're still trying to enjoy it. Мы все еще пытаемся наслаждаться этим. We're not trying to serve it. Мы не пытаемся служить. If a Ramanuja gave him a mood of service. И вот Рамануджа даровал ему настроение служения. With a mood of service, he could see Krishna is there. В настроении служения он увидел, что да, Кришна там. Rupa Goswami wrote all these things. Rupa Goswami написал. Atahasi Krishna Namadi Nabhavad Grihamandir Sevan Mukha Jiva Doswaya Namaspulityadana. Krishna is not an object of the material senses. Кришна — это не объект материальных чувств. His name, his form, his qualities. Его имя, его образ, его качество. These are not for us to enjoy. Они не предназначены для нашего наслаждения. These are for us to serve. Они предназначены для нашего служения. If we have a mood of service, если у нас есть настроение служить, beginning with the tongue, начиная с собственного языка. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, with a mood of service. Настроением служения. Then Krishna reveals himself. И тогда Кришна проявляет, являет себя. So Рамануджа gave that vision to him. И вот Рамануджа даровал ему это видение. Hour after hour he just looking at Krishna. И час за часом он просто смотрел на Кришну. Why have you forgotten? Он забыл обо всем, о своей девушке, обо всем. Temple closed. Храм уже закрыт. But still he closed his eyes, he's seeing the same Krishna in his heart. Но он закрыл глаза и видел Кришну, того же Кришну уже закрытыми глазами. And Рамануджа came to him. И вот Рамануджа пришел к нему. Гурудев. О, Гурудев. Fell at the feet of Рамануджа. Он припал к стопам Рамануджи. I was looking at the glow worm. Я смотрел на светлячка. Светлячка. No. Светлячок. Светлячок. Russian is nice. Русский очень хороший. Светлячок. Это значит, что красота этого мира, она вот такая, она то есть. Ты показал мне солнце. Я не могу тебе отплатить. И он стал великим преданным. Но он был из низкой семьи. Но он был чистым. Все мы обретем преданность. Преданность, но мы ее вкладываем в этот мир. Мобильный телефон. Children. Дети. Job. Работа. This body. Это тело. We're not giving that mood to Krishna, therefore we suffer. But но everyone мы has не отдаем это настроение Кришне, поэтому мы страдаем, но у всех есть это настроение. We just need redirecting. Мы
должны просто перенаправить его. But who can redirect us? Но кто может перенаправить нас? Only someone who has no attachment to this world, they can redirect us. Только тот, у кого нет привязанности к этому миру, он может перенаправить. Everyone don't have that power. Не у всех есть такая сила. Only Mahabhagavat, high-class person have that power. Только очень возвышенные личности, они обладают этой силой. For that is everyone's responsibility. Но это ответственность каждого. I should be with a person who have that power, that service to move to Krishna. Вот иметь такое настроение. Я должен быть с такой личностью, у которой есть настроение служения Кришне. Right, Lalita? You're not going to find that mood at the Ecstatic Dance Club. Вы не найдете такое настроение в клубе Ecstatic Dance. That will be fully opposite mood. Там будет абсолютно противоположное настроение. Все просто пытайтесь наслаждаться, старайтесь. Нет настроения служения. So by that sangha, you will lose it. И вот это общение, благодаря ему, вы все потеряете. You think it's very good thing. Вы думаете, о, это очень хорошо. But spiritual life is like poison. Но для духовной жизни это подобно яду. Sometimes poison also sweet. Иногда яд сладкий. But we cannot understand. Но мы не можем понять. So scripture again and again says, "Be careful, never associate with materialistic persons." Поэтому Писание снова и снова предупреждает: будьте осторожны, не общайтесь с материалистами. Дискинчинасья Бхагават Баджанмукасья Парам Парам Джагамасо Баласан. Better to drink poison, better to enter fire, better to embrace a tiger than to be with these type of persons. Уж лучше выпить яду, уж лучше войти в огонь, уж лучше обнять тигрицу, чем быть материалистом. Especially lusty persons. В особенности с вожделеющими. Always thinking of opposite sex. А с теми, кто постоянно думает о противоположном поле, better to drink poison than to see their face. Уж лучше вы испить яду, чем видеть их лица. That much we have to be careful. Настолько мы должны быть осторожны. So this Dhanudar became great. И вот Dhanudar стал великим преданным за одну секунду. That mood he just put to Krishna. У него уже было это настроение, просто он перенаправил его к Кришне. But did he say, well, we can only be one pointed to one, we are looking here and there. Но Диди говорит, что наша проблема в том, что мы не можем полностью свою привязанность направить в одно направление. Мы все время ее делим туда-сюда. If we have a husband still. Даже когда у нас есть муж, мы все равно смотрим по сторонам. We have a wife still. Если у нас жена есть, мы поглядываем на других. We cannot be... Мы не можем быть даже с одним человеком. Но Dhanudar, он был прицелен в своей привязанности. Просто just, никто личности. All that he just took and put on Krishna. И все это он просто взял и перенаправил Кришне. When Ramanuja would take bath, когда Рамануджа принимал омовение, he would rest in the holy river, Kuveri. В святой реке Кувери. He would rest his hand on the shoulder of Dhanudar. Он положил руку на плечо Dhanudara. The disciples thought, Gurudev has lost his mind. Ученики подумали, о, Гурудев потерял свой ум. After taking bath, why are you touching this low-class, low-family person? После омовения, почему он этого недостойного, низкородного человека касается? But someone who surrendered to Krishna become fully pure. Но тот, кто предается Кришне, он становится абсолютно чист. Materialistic persons don't understand. Материалисты, имперсоналисты не понимают этого. So Ramanuja could understand the minds of all the disciples, other disciples. Рамануджа понял, что творится на уме у его остальных учеников. So nighttime, Ramanuja himself went to their laundry baskets. И ночью Рамануджа сам сел вот в эти вот корзины для грязного белья. Some underpants, some socks. Какие-то носки, трусы, штаны. Took here and there. Он все это взял. Morning they came. Утром они пришли. Why you took my clothes? Он все это перепутал. И на утро ученики пришли и сказали, почему ты забрал мои носки? Why you took my towel? Почему ты взял мое полотенце? Even they were beating each other. И они начали бить друг друга. Ramanuja had to personally come. Sorry? Ramanuja personally had to come to stop the fight. Рамануджа пришлось лично прийти, чтобы остановить их драку. These were all brahmanas, sannyasis. Это все были брахманы, саньяси. Then Ramanuja called them. Рамануджа позвал их. You are all high persons, I know. Он сказал, я знаю, что вы все очень возвышенные. And this, we all know this Dhanudar. А мы знаем, что это все Dhanudar. He is just making a show. Он просто нам спектакль тут разыгрывает. We all know that. Мы знаем все это. But tonight I will show you who he really is. Но сегодня
Я покажу вам, кто он на самом деле. I have a plan. У меня есть план. Tonight I will talk to him long time. Сегодня я буду с ним говорить долго. While I'm talking, you go to his house and steal everything he has. Когда я буду с ним разговаривать, идите к нему домой и украдите все, что у него там есть. You watch what happens when he discovers it. И посмотрите, что произойдет, когда он обнаружит пропажу. That night, Ramanuja talking to him long time. И вот в этот вечер Рамануджа говорил с ним долгое время. All the other disciples went to Dhanuja's house. Все остальные ученики пошли домой к Дханударе. And they stole everything he had. И они украли все, что у него было. Even his wife was sleeping. И даже его жена, она спала. This same lady with the umbrella. Вот эта же самая женщина под зонтиком, которая была. Кимамба. Кимамба. Every day we learn something. Каждый день что-то новенькое. Химамба. Ее звали Химамба. When they came to devotion, they married and both became. То есть когда он пришел к преданности, они поженились и уже были женаты. She was sleeping. Она спала в этот день на кровати. She had many jewelry. У нее были множество драгоценных украшений. So they came in and stole the ankle bells off her feet. Они пришли и украли даже ножные колокольчики с ее стоп. Браслеты. Сережку из носа. Very careful. Украшения с шеи. Все очень аккуратно сняли. It seems she was asleep. Выглядело так, что она спит. But she was not asleep. Но она не спала. She wanted to give them the gold on the other side of her body. Sorry? She wanted to give them the gold on the other side of her body. Она хотела отдать им свои украшения с другого бока своего тела. So, и она перевернулась. They became afraid and ran away. Они испугались и убежали. Then they told Gurudev. И они рассказали Гурудеву все хорошо. So, Ramanuja said, "Now you go home." И Рамануджа сказал, "Хорошо, идите домой." And he told the disciples, "You watch what happens when he gets home. You watch." И он сказал ученикам, посмотрите, что будет, когда он. You will see who he really is. You'll see. Вы увидите, кто он на самом деле. So when he got home, his house was empty. Когда он вернулся, его дом был пуст. And his wife was also. А его жена наполовину сняли все украшения. He asked wife, "What happened?" Он спросил жену, что произошло? Where's everything? Где все? Wife said, "I think now temple has financial crisis." И жена сказала, мне кажется, сейчас в храме какой-то финансовый кризис. To maintain the service of Krishna and the devotees, all our god brothers have become thieves. И для того, чтобы поддерживать служение Кришне и преданным, все наши духовные братья стали ворами. They're stealing. И они начали красть. They took everything. Они забрали все. But I was happy. Но я была рада. Take for Gurudev. Берите для служения Гурудева. They took half. Они забрали половину, думая, что я сплю. But I was not sleeping. I was chanting names of Narayan in my mind. Я воспевала имена Нараяны в своем уме. So when I tried to give them the other half, they became afraid and ran away. И когда я попыталась отдать им вторую половину, они испугались и убежали. And all the disciples are hiding and watching. Все ученики, они в это время смотрели и наблюдали. Шпионы. Данудара became very angry. Данудара очень разозлился. Ты тупая женщина. Why you moved quickly? Почему ты так быстро повернулась? If you had moved slowly, нужно you could have given the other all the rest of the gold. Повернуться, чтобы они забрали все оставшееся золото. Because of your stupidity, we could not serve. Из-за твоей тупости мы не смогли послужить. Представьте. And still you think I'm giving my gold to Krishna. И все еще ты думаешь, что я отдаю свое золото Кришне. How can you think that? Как ты можешь так This думать? Is Krishna's gold. Это золото Кришны. Everything is his. Все принадлежит ему. Why you think I'm giving my gold to Krishna? Почему ты думаешь, я свое золото отдаю Кришне? You cannot think like that. Ты не можешь так думать. Гурудев said, "Tadyavastu tvadapana." Oh, Krishna, your things I am offering you in service. Гурудев говорил, что Кришна, твои вещи я предлагаю тебе для служения. Still you think I'm giving something. Но все равно ты думаешь, я даю что-то Кришне. Представьте. And wife crying. Жена плакала. Still I have so much false ego. Да, у меня такое сильное ложное эго. Please bless me, I become Пожалуйста. Ideal. Благослови меня, чтобы я стала идеальной.
And all disciples watched. Все ученики смотрели на это все. They went home. Они вернулись домой. Then Ramanuja, they told everything what happened. Они рассказали Рамануджи, что случилось. Then Ramanuja said, he lost everything but happy. И Рамануджа сказал, да, он потерял все, но он счастлив. That night, who moved your underpants? И в ту ночь, кто поменял все, перепутал всю вашу одежду, это был я. You're fighting for underpants. А вы начали драться за свои штаны. You're attached to that. Вы привязаны вот к этому. And look at him. А посмотрите на него. And all disciples hang head in shame. И все ученики склонили головы в стыде, пристыженные. He is superior by devotion. Да, он в своей преданности, он возвышеннее, чем мы. So many great stories. Очень много больших, великих историй. Еще хотите? Yeah, time to finish. Во сколько мы заканчиваем? One and a half. One and a half year. One and a half year. One more story. This is Ramanuja's life full of this type of service mood. Вся жизнь Рамануджи, она переполнена вот такими историями настроения служения. So many lessons there. Очень много уроков они содержат. That time was no phone, no SMS. В то время не было ни телефонов, ни смс-ок. How did they live? Как же они жили? So they would travel city to city, village to village. Они путешествовали из города в город, из деревни в деревню. And when he would travel with many, many followers. И когда он путешествовал, он шел со своими последователями. Множество. So they would send two messages always. И они всегда посылали двух гонцов в следующую деревню. Oh, Gurudev is coming tomorrow. О, завтра придет Гурудев. Next time, Gurudev is coming. Please arrange accommodation and food. Пожалуйста, подготовьте размещение, пищу и так далее. We cannot just respect Gurudev. We have to also respect the devotees. Мы не можем выказывать уже уважение только Гурудеву. Мы должны выказывать уважение его преданным. We cannot just respect one devotee. No, we have to respect all devotees. Уважать только одного преданного, также всех его последователей должны. When Gurudev first came to England. Когда однажды Гурудев впервые приехал в Англию. Первый раз. First time he left India. Он впервые покинул Индию. Then one man invited Gurudev to his house. Один человек пригласил Гурудева в свой дом. This man was quite wealthy. Этот человек был очень богатым. And we were all bonjas. А мы все были бомжи. We all had nothing. So we all came to his house. И мы все пришли в его дом. But his man was not happy. Но этот человек не был рад. All his bonjas. Все вот эти бомжи, что они тут делают? So he thought, I only want Gurudev. Он думал, я хочу принять только Гурудева. So he not arranged any prasad. И он не организовал никакой прасад, ничего. So Gurudev came to his house. Вот Гурудев пришел в его дом. Gurudev saw the situation. И Гурудев увидел всю эту ситуацию. And Gurudev chastised him. И Гурудев he never met him before. Он никогда не встречал его раньше. Gurudev said, "What type of person do you think I am?" Он сказал, что ты думаешь я за человек, за личность? You think I will eat alone? Ты думаешь, что я буду есть один? And all the other devotees will not eat? А все остальные преданные будут голодать? I am not like that. Я не такой. So today I will cook. Поэтому сегодня я буду готовить. And after I have served all the devotees. А после я раздам просад всем преданным. They are happy. И они будут счастливы. Then I will eat last. И я вкушу последний. And this man was like, I remember. Я помню, этот человек был в шоке. We cannot just respect one. То есть нельзя выказывать почтение только одному. All are serving Krishna. Все служат Кришне. We should also serve them. Поэтому вы должны служить тоже всем. So two messages went. Итак, два гонца, два посланника шли в следующий. In this village were two disciples of Ramanuja. В этой деревне жили двое учеников Рамануджи. One was very wealthy. Один был очень богатым. One was poor. А второй был бедным. So they went to the rich disciple. И они пришли к богатому ученику. Gurudev is coming tomorrow. И сказали, завтра придет Гурудев. Maybe 200-300 followers. И там было 200-300 последователей с ним. So please arrange something. Пожалуйста, организуйте что-то, устройте. So disciple became very happy. Ученик очень обрадовался. He became so happy he not even talked to these two messengers.
Он был так рад, что он даже не говорил с этими двумя посланниками. They also walking 12 hours. Они тоже 12 часов шли. But he not gave them any water. Но он не предложил им никакой воды. Maybe you are very poor. Может быть, вы очень бедные. But you can give a, но, a по seat. Крайней мере, вы можете предложить, куда присесть. You can give a glass of water. Вы можете предложить стакан воды. If you have nothing, you can give sweet words. Если у вас ничего и этого нет, то вы можете предложить сладкие речи. Но он ничего им не сделал. He was so excited, he just forgot about them. То есть он был так воодушевлен, что он забыл обо всем. So these disciples were not sure. Ученики не подали виду. He not said anything. Он ничего не сказал. Did he say, yes, I will arrange, or no? Он ничего даже не сказал, да или нет, организует он что-то или нет. They didn't know what to do. Они не знали, что делать. So they went to the other disciple. И они пошли к другому ученику, который был очень беден. Actually, he was beggar. На самом деле, он был как попрошайка, он просил милостыню. So they came to his house. Они пришли в его дом. And he was not there. Его там не было. But his wife was there. Но его жена была дома. Oh, good lady. Wow. Gurudev is coming tomorrow. О, милая женщина, завтра придет Гурудев. With many, many devotees. С многими, многими преданными. Please arrange something. Пожалуйста, придумайте что-то. She became so happy. Она была так счастлива. Oh, welcome, welcome. О, проходите, проходите. You are servants of Guru, servants. Вы слуги Гуру Кришны. Проходите. Very much affectionately, respectfully, she greeted them. И с большой любовью и уважением она greeted them, приняла. Oh, just wait one second. I cook something. И сказала: подождите секундочку, я приготовлю для вас. The disciples were very happy. Ученики были очень рады. So sweet behavior. Такое сладостное поведение. Because we're not seeing Krishna, but we can see the devotees. Потому что Кришну мы видеть не можем, но мы можем видеть преданных. So the disciples went back and told Gurudev. Yes. И вот ученики вернулись и рассказали все Гурудеву, все, что произошло. So this lady was very poor. Эта женщина была очень бедна. Very beautiful. Но очень красива. And her husband was not there at that day. А в тот день ее муж, он просил подаяния, его не было дома. So I have to organize now. Нужно сейчас что-то организовать, подумала. In that village was one man who owned the supermarket. В этой деревне жил человек, который держал супермаркет. Магнат. Магнат. А он был магнит. Магнатом. He was very wealthy. Он был очень богат. But he was very lusty. Но он был очень похотливым. So he was always telling this girl, "Hey, come on." И он всегда намекал этой девушке: "Давай, иди сюда." I'll give you гречка, сметану. Я дам тебе гречку и сметану. And she would never. Но она никогда не смотрела. But today she went to the supermarket owner. Но сегодня она пришла к этому владельцу супермаркета. I know what you want. Я знаю, чего ты хочешь. This body I'll give to you. Это тело я тебе отдам. But но first. Вначале. 100 кило сметаны. 100 килограмм сметаны, пожалуйста, гречки. Она дала вот этот шопинг-лист. Give this thing, then you can enjoy this. Вот это мне дашь, тогда сможешь мной наслаждаться. Supermarket man was very happy. Этот владелец супермаркета был очень счастлив. Many years. Много лет он истекал слюной. Но не было шанса. So he gave everything. Он дал все. So when Ramanuja came with who knows how many followers. И Рамадуджа пришел с сотнями последователей. Then everyone had tents. У всех были свои шатры. Sleeping place. Места для отдыха. First class prasad. И первоклассный просад. 50% сметана. 50% сметана. Everything was first class. Все было высшим, наивысшим, на наивысшем уровне. Everyone had accommodation. Все были размещены. New cloth. И даже новые одежды. То есть вот так им послужили. And husband came home. И вот пришел муж домой. Что такое? Что происходит? He knows how poor he is. He knows. Он знал, насколько они бедны. How my wife did all this? Как моя жена все это устроила? So he asked her. И он спросил ее. She told her. Она все рассказала. Husband became so happy. Муж был так рад. What we would do. А что мы бы сделали? He became so happy. Он был так счастлив. He is devoted. Потому что он преданный. So his mind is different. Его ум, он другой. He began dancing. Он начал танцевать. I'm too much lucky. Я так удачлив. I have a wife who understands that there's only one enjoyer.
У меня есть жена, которая понимает, что есть только один наслаждающийся. Это Кришна. And everyone else is prakriti to be enjoyed by. А все остальное это прокрити, то есть это то, что предназначено для наслаждения. Not became angry or jealous. Он не заревновал, он не разозлился. Seeing the devotion of his wife. Он увидел преданность в своей жене. Anyhow, service should be first. Так или иначе, служение должно идти первым. So he took his wife and told everything to the guru. Он взял свою жену и рассказал все своему гуру. So Guru said, okay. Гурудев сказал, хорошо. You promised to do that. Ты пообещала сделать это, поэтому. You go. Иди. To the supermarket. Иди к человеку из супермаркета. You give him this prasad. Но передай ему вот этот просад. Tell him he eat it first, then he can do anything. Скажи ему, что сначала пусть он его съест, а потом пусть делает, что хочет. So supermarket man was there. И вот этот человек, владелец супермаркета, уже поджидал. So that husband brought his wife. Here's my wife. И вот муж привел свою жену и сказал, said, вот моя жена. This. И жена сказала, сначала отведайте. Это от Гурудева. So, supermarket man eat. И вот этот человек поел. But it's not ordinary food. Но это была необычная еда. Come from Krishna, come from devotee. Потому что она была от преданных, от Кришны. So, by eating it, his mind was purified. Благодаря тому, что он вкусил его, его ум очистился. Он подумал, что же я делаю? Я настолько недостойна. Like эта женщина подобна моей матери. Она достойна поклонения. So class, like а я настолько недостойный, что я вожделел к ней. So he began weeping. И он начал плакать. Oh, mother, forgive me. О, мать, прости меня. Anyway, so they took him to Gurudev. Они взяли его к Гурудеву. He admitted all fault. Он признал все свои недостатки. In this world we always make mistakes. В этом мире мы постоянно совершаем ошибки. Anytime, oh, Krishna, I'm very sorry. Но каждый раз, о Кришна, я очень сожалею. О Гурудев, I'm very sorry. О Гурудев, я очень сожалею. Stones. Но они же не камни. And mistake is forgiven. Поэтому за ошибки они прощают. So he became also devoted. И он тоже стал преданным. So meanwhile, this wealthy man thinking, what's happening? В это время этот богатый человек, второй ученик, думал, что происходит. Festival, I have everything ready, but no one comes. У меня все наготове, но никто не приходит. This festival going at the poorhouse. Вот этот праздник, вот этот фестиваль происходит у бедного so человека. Came to Рамануджа. Он пришел к Рамануджи. О, Гурудев, everything ready. О, Гурудев, все готово. Почему вы не идете? Then Gurudev said no. Гурудев сказал, cannot disrespect Guru, you have to respect also the other servants. Нельзя выказывать уважение только гуру, ты должен выказать уважение всем слугам. Поэтому мы не пришли к твоему дому, потому что ты выказал неуважение. Человек понял, что он, что он совершил ошибку и попросил, пожалуйста, останьтесь еще на один вечер. Next day's festival was at his house. Поэтому на следующий день праздник происходил в его доме. So many stories about what is proper behavior for us. То есть очень много историй, которые показывают, каким должно быть наше поведение. Proper behavior to Gurudev. Правильное поведение по отношению к Гурудеву. Proper behavior to other devotees. Правильное поведение по отношению к другим преданным. Proper behavior to Krishna. Правильное поведение к Кришне. Even ordinary persons. И даже к обычным людям. Ordinary persons also a different category. Обычные люди тоже есть разных видов. Some people foolish. Некоторые люди глупые. Don't know anything. Они ничего не знают. But simple-hearted. Но у них простые сердца. And we give mercy. Мы им даем милость. Some people foolish but wicked. Некоторые люди глупые, но злостны. We should avoid them. Поэтому мы должны их избегать. No, they're envious. Они испытывают зависть. All this how to behave to Krishna and all the people of this world. You study the life of Ramanuja, so many instructions. То есть как вести себя с людьми этого мира? Если вы изучите жизнь Рамануджачари, вы поймете, как это делать. So two special things we take from his life. Две особенные вещи мы извлекаем из его жизни. The idea of service to the devotees. Как оказывать служение преданным? And also the idea of devotion free from other desires. А также идея о преданности, свободной от любых других желаний. Freedom. Devotion free from karma and jnana. Преданность свободная от кармы и гьяны. We are serving Krishna just to please Krishna.
Мы служим Кришне для того, чтобы удовлетворить Кришну. No, no. Oh, Krishna, I want this, give this, give. Они так что, о, Кришна, я хочу взамен вот это. Then you are not doing business, you are not serving. Это называется бизнес, вы не служите Кришне. This idea comes from Ramanuja's teaching. И вот эта идея, она идет из учения Рамануджи Ачарьи. Pure devotion not covered by karma or gyan. Чистая преданность, которая не покрыта ни кармой, ни гьяной. And service to devotees. И также служение преданным. And yesterday was appearance of Madhvacharya. И вчера был день явления Мадхвачарья. We forgot yesterday. Мы забыли вчера об этом. Перепутали день. Это therefore this morning we spoke. Поэтому сегодня утром мы поговорили о Мадхвачарье. It's his fault. Это вот он виноват. He told me, tomorrow is Madhvacharya. Он сказал, завтра день явления Мадхвачарья. We are not perfect. Мы несовершенны. So this morning we spoke about. Поэтому сегодня утром мы говорили о Мадхвачарье. Two special things we learned from his life. Две особенные вещи мы извлекаем из его истории жизни. Faith in the deity. Это вера в божество. And rejecting impersonalism. И отвержение имперсонализма. Okay, so many things we talked tonight. Are there сегодня any questions? Мы поговорили о многих вещах. Есть ли вопросы в аудитории? Карина. Карина. How to find your guru? How to find a guru? First, fix your goal. Сначала нужно установить цель. What's the goal of life? Какова цель жизни? Жизни? Mm-hmm. Какова ваша цель жизни? Ну, вот я сейчас if you don't nicely know, зацепилась за слова, даже записала себе в телефон. А что можно сделать, чтобы служить вот миру? Now I got these words and I actually took like wrote it down that what can I do to serve the world? Not serve the world, serve Krishna. Нужно служить миру, служить Кришне. That's a mistake, right? Вот она ошибка. Like the guy with the umbrella? Как человек с этим зонтиком. Serving the world. Он служил миру. Don't serve the world. Не нужно служить миру. Don't serve the creation. Не служите творению. Serve the creator. Служите Творцу. Кришне. Если вы хотите полить дерево, куда вы будете лить воду? On the leaves? На листике? Or on the root? Или в корень? So serving this world is like serving water, putting water on the leaves. Служить этому миру это значит поливать каждый листик в отдельности. This dog. Этой собаке служить. Этой кошке. This sponge. Этому бомжу. This orphan. Orphan. Сироте. Thank you. That means serving this world. Это значит служить миру. No need to serve the world. Не нужно служить миру. Serve the root. Служите корню. The source of the world. Источнику мира. If you put water on the root, whole all the leaves become happy. Если будете поливать корень, то все листья будут счастливы. If you believe this, если вы верите в это, то это хорошо для вас. No need to serve anything else except Krishna. Не нужно никому другому служить, кроме Кришны. Because he's the shelter of everything. Потому что он прибежище всего. If you serve him, nothing left to serve. Если вы служите ему, то больше уже никому служить не остается. He is everything. Потому что он все. Everything comes from him. Все исходит из него. This is called faith. Это называется вера. Shraddha sabda viswas kohe sudanishchay. Krishna bhakti kohe sarvakam kritam. I only have to satisfy Krishna. Мне нужно удовлетворить только Кришну. Мне не нужно больше никого удовлетворять. Can you feel like that? Вы можете это почувствовать? This is goal of life. Это цель жизни. Who gives this mood, that is guru. И тот, кто дает это настроение, это гуру. Like как Рамануджа Ачарья. Because you don't know goal of life, you don't know what is guru. Потому что если не знаете цель жизни, то вы не знаете, кто такой гуру. Guru tell goal of life. Гуру это тот, кто дает. Говорит цель жизни. А цель жизни проявляет, являет гуру. Показывает, где гуру. Any questions? Вопросы еще? I'm not saying I'm guru. That is not the point. Я говорю не о том, что я гуру. Не в этом смысле моей речи. These teachings will tell you. Вот это учение вам покажет, где гуру. Вот о чем я говорю. Everyone is serving. Все остальные тоже служат. Все служат the body, телу, the genitals, гениталиям, the stomach, желудку, right? Or the genitals and stomach of others. Или гениталиям и желудку других everyone людей. Serving, no? Все служат mind, the своим,
своему уму, своим чувствам. Но это дает только страдания. Give that up and just serve Krishna. Оставьте это и служите Кришне. That is the message. Вот оно, послание. That's Krishna's message. Это послание Кришны. Have you read Bhagavad Gita? Вы читали Бхагавад Гиту? Я пыталась, но мне сложно. My mind doesn't perceive this. Cannot accept. Because try in the mood of service. Постарайтесь почитать Гиту в настроении служения. Because enjoyment and service are two different things. Потому что наслаждение и служение это две разные вещи, противоположные. So people read Bhagavad Gita, what service? И люди читают Бхагавад Гиту и так и думают, что служить? Nothing here for my pleasure. Здесь ничего нет для моего удовольствия. But service gives pleasure. Но служение дает удовольствие. Ecstasy. Экстаз. If it didn't give ecstasy, no one would do it. Если бы оно не давало удовольствия, то никто бы им не занимался. So read Bhagavad Gita with a mood of service. То есть почитайте Бхагавад Гиту, но в настроении служения. Then you'll understand. И тогда вы поймете. Try. Попробуйте. A vegetarian? Вы вегетарианка? Oh. Okay. Well, это хорошо. That's a good start. Это хороший старт. You're vegetarian for yourself? Вы вегетарианка ради себя самой? Your own pleasure? Для своего удовольствия. Сложно сказать. Оно само пришло. It's hard to say, it just came itself. There is some more information which proves that this is the right path. We are vegetarian for Krishna's service. Мы вегетарианцы ради служения Кришне. That's the difference. Вот она разница. So you read Gita. Вы читали Гиту, да? If Krishna is just an ordinary guy, Bhagavad Gita makes no sense. Если Кришна это просто обычный парень, то в Бхагавад Гите нет никакого смысла. If Krishna is just another saint or another philosophy, Bhagavad Gita makes no sense at all. Если Кришна это еще один очередной святой или ученый, то нет никакого смысла в Бхагавад Гите. Она теряет смысл. Krishna said, "Give up everything, surrender to me." Кришна говорит: "Оставь все и предайся мне." Think of me at the time of death. Думай обо мне в момент смерти. I'm the source of everything. Я источник всего. So my service is the highest religion. Поэтому служение мне это самая высшая религия. Prabhupada said, when you read Gita, at least theoretically accept Krishna as God. Поэтому Прабхупада говорил, если читаете Гиту, хотя бы теоретически примите, что Кришна это Бог. Don't have to blindly, just theoretically. Не нужна слепая вера, просто в теории допустите, что Кришна может быть Богом. And all the verses make sense. И тогда все стихи обладают смыслом. So try again. Попробуйте еще раз. Try and chant his names. Постарайтесь воспевать его имена. Chant, I'm serving Krishna by chanting his name. Но воспевайте с таким настроением. Я воспеваю имена Кришне ради его служения. And another feeling will come. И тогда другое чувство придет. Okay. Thank you. Wow. Nice. Tonight's good day. Last night's class was a little strange, but tonight is quite good. Вчера лекция была немного странная, но сегодня очень хорошая. Anything else? Any questions? Еще вопросы есть? What's your name, sir? Как вас зовут? Вас, да. Роман. Роман? Did you come last time? Вы приходили в прошлый раз? Да. I remember. Okay. Я помню вас. You became vegetarian? Вы стали вегетарианцем? Да, я стал на месяц, потом попробовал опять есть, и мне не понравилось. For 1 month I didn't take, then I tried again, and I didn't like it all. See, I told you, right? Я говорил вам. I said, stop 1 month, you'll never go back again. Я же сказал, что на месяц попробуйте, и вы не вернетесь к месяцу. Finally it worked. И наконец-то это сработало. No one ever tries it for Никто me. Просто не пытается даже. Try. А вы попробовали. Any questions? У вас есть вопросы? Я с такой момент уехал, что у меня вопросы, как бы они сами появляются. А сейчас я даже не знаю, не слушают, не. When I came here, so many questions I had, and they just appeared themselves. But now I don't have any questions. Hearing about Krishna is like that. Да, слушайте Кришну, это вот Forget так. Everything. Забываете обо всем. Too much attractive. Потому что очень привлекательно. Okay. See? Видите? Doesn't know anything, but very simple. Ничего не знает, но очень простой. И поэтому он все очень легко схватывает. Тот, у кого очень много гордости, я сам знаю. Он не может ничего понять. Вот какой ваш следующий шаг? Сейчас вы стали вегетарианцем. Что дальше?
A caterpillar is also vegetarian. А гусеница, она тоже вегетарианка. Да. Я слушаю мантры, у меня там посещали, там ребята не споют, они хак-йогой тоже занимаются. Я вот слушаю мантры, и сейчас я не знаю, по четыре принципа я эти знаю. Я... Шиманты, кириганы, я чувак. So, I'm listening to different mantras, and he goes to a place where also some devotees are there, and they are chanting mantras, and he knows about four regulative principles. Okay, well, there you go. Good. Это хорошо. Пока в пути, я вот... I'm on the way, on my path. Which mantras they chant? Какие мантры они воспевают? Маха-мантру, Капала Гавиндарама, Маха-мантра Махана. These are all... Actually, these others are not mantras, these are just names. На самом деле, остальные мантры — это не мантры, которые помимо Маха-мантры, это просто имена. Маха-мантра made of name also. То есть Маха-мантра, она тоже состоит из имен. But it's special. Но она особенная. All other mantras, all other names contained in the Maha-mantra. Все остальные мантры и все остальные имена она содержит в себе. Сарванам, Сарвамантра и Шастрамантра. Essence of all scripture, essence of all mantra. Essence of all other names are in this Maha-mantra. Суть всех писаний, суть всех мантр и суть всех остальных имен содержится в Маха-мантре. Come to India. Приезжайте в Индию. You married? Вы женаты? Нет. Хорошо. Хорошо. Come. Приезжайте. Sell a kidney. Продайте почку. Why don't you come for a few months? Почему бы вам не приехать на несколько месяцев? Don't worry, we will feed you. Не переживайте, мы вас будем кормить. Мы дадим вам комнату. Don't worry about anything. Не переживайте ни о чем. Come to Vrindavan. Приезжайте во Вриндаван. Come in August. Приезжайте в августе. Август очень хорошее время. You know anyone here? Вы знаете кого-то здесь? Каких-то преданных знаете? Малата общался. Right, there you go. Вот, уже. She'll help you. Она вам поможет. Если есть вопросы, спрашивайте у нее. She knows so much. Она знает очень много. Okay, you're stopping bad activity, but some good thing you should do. Хорошо, вы прекратили какую-то плохую деятельность, но вы теперь должны начать хорошую. Start chanting. Начните воспевать. Offer your food to Krishna. Предлагайте свою пищу Кришне. Акадаси, you know Акадаси? Вы знаете об Акадаши? Что такое Акадаши? That can be your next mission. Вот это ваша следующая миссия. What is Акадаши? Don't worry, we'll tell you what to do. Не переживайте, мы вам все расскажем. Twice a month devotees fast. Дважды в месяц преданные постятся. No grains, no beans. Они не едят зерновые и бобовые. No pasta, no rice. То есть ни пасты, ни риса. Ни хлеба. No beans. No soya. Сои, бобы. No corn. Twice a month. Не, как сказать, кукурузу. Да, дважды в месяц. Не едим. Don't worry, it's easy. Не переживайте, очень просто. This is mother of devotion. Это мать преданности. Кадыши — это мать преданности. On Tuesday you come to our place. Во вторник приходите к нам. You'll see what we eat. И вы увидите, что мы едим на Кадыши. It's very good. Хорошие вещи. All obstacles destroyed who fast. Акадаши — это очень хорошо. Она уничтожает все препятствия на пути преданности. Mother of devotion. Это мать преданности. The day of Krishna. Это день Кришны. That's on Tuesday. И это будет во вторник. Okay. Vegetarian chanting Харинама, do Акадаши. То есть вы вегетарианец, вы повторяете Харинама и будете соблюдать Акадаши. Krishna has to be happy with us. Кришна должен быть счастлив, доволен нами. If Krishna's happy, then he, Krishna arranges guru. If Krishna's happy with us, Krishna arranges guru for us. Если Кришна доволен нами, то он организует для нас гуру, он найдет нам гуру. If someone never cared anything about Krishna, why Krishna care for them? А если кто-то никогда не думает о Кришне, то почему Кришна должен заботиться, думать о нем? Then the illusory energy arranges a guru for that type of person. И тогда иллюзорная энергия устроит определенную встречу с определенного толка гуру для такого человека. According to our sincerity, Krishna gives association. Кришна дает общение в соответствии с нашей искренностью, степенью нашей искренности. Like Рамануджа, right? Как Рамануджа, Ачарья. He arranged so much nice association for him. Он очень много... Канчипурна, Нимуни Ачарья. Он организовал очень много общения для других, то есть он Канчипурна...
Канчипурна, Ямуначарья. Канчипурна, Ямуначарья. Гуру дал Ом Намо Нараяне. Krishna takes responsibility for his servant. То есть Кришна, он сам берет ответственность для за служение самому себе. Oh, he's chanting my name. I should take care. Он думает, он воспевает мои имена, я должен позаботиться о нем. Okay. Anything else? Что-нибудь еще? Yes. Ачарья также пребывает в самадхи, вы видели его? Из Рамананджа Ачарья is still in samadhi. Did you see the samadhi? I'm not one. Я не ездил туда. But I heard a story about his samadhi. Но я слышал историю о его самадхи. He not died like ordinary person. Он не умер как обычный человек. Ordinary person leaves the body. Обычный человек покидает тело. But Рамануджа went into trance. Но Рамануджа вошел в транс. And while he was in trance, и пока он был в трансе, they covered him in gold and all this stuff. Они full story, I don't know. Я не знаю. Историю, how it exactly happened. Как это точно произошло. But they believe he's still there. Но они верят в то, что он до сих пор в теле. Did you hear that? Вы слышали об этом? Ну, да, я слышал, что he's some wonderful stories. He, like his body is not rotten, like he's still there. Он все еще там. Like 900 years. 900 лет уже. And people believe he still gives direct inspiration. И люди верят в то, что он дает непосредственное воодушевление из тела. Madhvacharya has no samadhi. А у Мадхвачари нет самадхи. It was wind god. Потому что это бог ветра. He just disappeared. Он просто исчез. So all the roles are different. Все преданные очень разные, немного разные. Vasishtha Advaita. Vasishtha Advaita. All are one. Все едины. All are servants. Все слуги. But each servant has some vasishtha, some special. Но у каждого из слуг есть своя особенность vasishtha. Okay. Any question, sister? Вопрос какой-то есть у вас, сестра? Да, with the black hair. С темными волосами девушка. У меня? Да, да. Вы? У вас? Да, да. Но если не первый раз на таком мероприятии, ну, просто приятно вам информацию. I'm just absorbing the new information because I'm for the first time for reception. Okay, become vegetarian. Нет. Станьте вегетарианкой. Like Роман? Как Роман. He came first time 2 months ago. 2 месяца назад он пришел тоже впервые на такое мероприятие, так? Now look at him. И сейчас на него посмотрите. Вегетарианец. Chanting Krishna's name. Воспевает имена Кришны. On Tuesday he's going to do his first Ekadashi. Во вторник он будет соблюдать свой первый Экадаши. He's already meditating on going to the holy places. Он уже медитирует на то, чтобы отправиться в святое место. Devotion is very quick give results. То есть преданность дает очень быстрые результаты. No offense. Если нет оскорблений. Simple heart. Если простой человек в сердце. Okay, she can be the next one. Вы можете стать следующей. Don't eat meat. Не ешьте мясо. Try. Yeah. You'll never go back. No? Вы никогда не вернетесь обратно. I remember I became vegetarian. I think this is the best thing I've ever done in my life. Я помню, как я сам стал вегетарианцем. Как, пожалуй, это было лучшее, что случилось со мной в жизни. So much you feel changed. Я чувствовал такие изменения. Krishna became, especially for Krishna. Особенности, если ты делаешь это ради Кришны. For me, they're giving up these things. О, он ради меня оставляет эти вещи. Krishna feels too much. Кришна чувствует большое счастье. Okay. Somebody. Oh, yes, sorry. Практикую, читаю вашу мантру, Нарисимха Хакавачу, потом работаю грузчиком на стройке, а в свободное время работаю с куратором из клуба до полного, полнейшего выздоровления. Что еще мне нужно делать? Вопрос какой? My question is, now I'm practicing, I got a job. I'm doing my recovery in this treatment. I'm getting the treatment, and I do like what I can do. I do. What else should I do? Like you promised them, don't take these drugs. Нет. Я сейчас работаю свободно от работы время с куратором. Yes. Для полнейшего. When I'm free out of my job, I'm working with them. With this in this club, they are guiding me and. What else should I do? We're doing these bad things because heart is not purified. Мы делаем все эти плохие вещи, потому что наше сердце не очищено. Воспевайте, продолжайте соблюдать экадаши, не переживайте ни о чем. Have to be very careful. Нужно быть очень внимательным.
Any moment we can, some obstacle may come. Любой момент может прийти препятствие. Anything else? No. Что? Мы еще приехали. Tomorrow is program in Shrimati's house. He's asking, can he come to Vrindavan again? Why not? But don't take money from your mother, you have to earn your own. No, вы должны сами заработать деньги. Нет, маму взять. Have to serve mother, not just take money. Вы должны служить маме, не просто у нее все брать и брать. Yes, come again. Да, приезжайте, конечно, снова приезжайте. See, in the holy place everything's easy, right? Потому что в святом месте все легче. Always devotees. Потому что там много преданных. Always. Always hearing about Krishna. Всегда слушаете о Кришне. The mind never goes. И тогда ум больше не возвращается к плохим вещам. Все плохое уйдет. Yes, all these bad things will go away. It will go away. Хорошо. А Гурудев сказал, что завтра программа. В 6 завтра программа на квартире у Шримати Диди. You want to come? Have to talk to Шримати. Если хотите прийти, то можете поговорить со Шримати или с Хималатой. Это ее дом. Поэтому к ней. Да. No action order is allowed. Никаких бывших убийц не допускаются в дом. Всяких преступников бывших. Неизменно святая улыбка, но не святый Бог лад.
питаемся с гордой великой. Глупи мне перерыву, спасение от вечных оков. Стреляет от скорби великой.